заключительный этап работы нашей конференции. И, пожалуйста, с докладом Мария Данчук, Москва. «Ревность смешна, ревность порок». Произведение Достоевского, 1848 года. В декабре 1948 года входит роман «Белые ночи». В течение года до этой повести Достоевский привлекает ряд рассказов, довольно неплохо принятых публикой, как легкие веселые тексты. Эти рассказы 1948 года, безусловно, связаны между собой. Но позже они потерпели незначительные изменения при публикации в 1960 году. «Чужая жена», «Честный вор», «Ёлка свадьба», «Ревнивый муж», «Январь», «Апрель», «Сентябрь», «Ноябрь», «Годовой круг». Первые и последние произведения были объединены писателем в рассказ «Чужая жена» и «Муж под кроватью». Но в данном докладе я буду опираться на публикации 1948 года, где они были отдельно. Забавный и даже, можно сказать, фривольный сюжет, нелепое положение, обманы – все это элементы газетных фельетонов, встречаются в рассказах. Но и исследователи отмечают элемент трагического. Мария, извините, пожалуйста. Я должна напомнить коллегам или сообщить тем, кто приехал только что и не знает, как себя здесь ведут. У нас говорит один человек в аудитории. Любой. Это может быть, можете быть вы. Но это должен быть один человек, потому что иначе наша работа просто не состоится. Пожалуйста. Вначале несколько технических замечаний по поводу доклада. В 1948 году была еще опубликована повесть «Слабое сердце» в самом начале, в январе, но его я не включаю в этот цикл рассказов, так как она относится к предыдущим произведениям 1947 года «Хозяйка ползунков». Также оставляю в стороне рассказ «Честный вор», связанный с остальными рассказами, например, понятием воровства, но эту связь следует рассматривать отдельной работой, это очень сложная тема. Последнее опубликованное в том же 1948 году произведение «Белые ночи» является очень большим самостоятельным текстом, возможно, являющимся как некоторым итогом рассказов, но опять же это отдельное исследование. И в докладе я предлагаю вопрос о том, как же связаны эти рассказы «Чужая жена», «Ёлка и свадьба», «Ревнивый муж». Здесь нельзя говорить только о хронологическом порядке, хотя то, что они были изданы подряд, важно. Все три рассказа написаны в период перед «Белыми ночами». Два из них «Чужая жена» и «Ревнивый муж» позже объединены автором, но их в тексте много отсылок между ними. Третий рассказ «Ёлка и свадьба» на первый взгляд представляет отдельную историю, но в первой редакции 1948 года Достоевский оставляет связующие элементы. «На днях я видел свадьбу» — это начало «Ёлки и свадьбы». Но нет, я лучше вам расскажу про «Ёлку». Начало «Ревнивого мужа» — я еще видел одну свадьбу, как продолжение разговора. Поздняя редакция — это место убрано. Связь рассказа «Чужая жена и муж под кроватью» — новое название объединенных рассказов — и «Ёлка и свадьба» стало менее чем. Напомню историю, положенную в основу этих рассказов. Чужая жена, подозревающий жену муж, сторожит у подъезда дома, где у нее должно быть свидание. Сообщником берет молодого человека, как оказывается позднее, любовника жены. В последней сцене жена, которую застают выходящей из дома с мужчиной, довольно неуклюже сглаживает подозрения. Муж рад любым оправданием, любовник шокирован. «Ёлка и свадьба». На детской елке Юлиан Маслакович присматривается к девочке, за которую дарит хорошее приданое. Через 5 лет повествователь видит свадьбу и узнает в несчастной невесте девочку, а жених Юлиан Маслакович. «Ревнивый муж». Муж пятый перехватывает записку с назначением свидания. Летит на место, подозревает свою жену, ошибается, попадает в чужую квартиру, вынужден лежать под кроватью в соседстве. Как начинает догадываться и предполагать, с соседстве любовника своей жены, очередного. Со скандалом появляется перед супружеской парой, возвращается домой. Жена опять же снимает все подозрения. В основу Достоевский, скорее всего, взял исторический анекдот, историю Фрейлины Екатерины II Алымовой Глафиры Ивановны. Имя совпадает с именем героини. Училась она в Смольном институте в первом выпуске, еще в раннем возрасте привлекла внимание Ивана Ивановича Детского. Здесь имя совпадает с именем мужа Ивана.
куратора Смольного. Я Алыгину вспоминаю. Вскоре господин Бецкий перестал скрывать свои чувства ко мне и во всеуслышание объявил, что я его любимейшее дитя, что он берет на нас свое попечение и торжественно поклялся в этом моей матери. Чем не ситуация на елке? И еще в институте Бецкий еще шутливо предлагал, кем вы меня хотите видеть, мужем или отцом? Она отвечала, что отцом, тем не менее, он не желал ни удочерять ее, ни жениться, безумно ревновал девушку. В 75 лет он покраснел, признавался, что уже без меня не может. Ему казалось весьма естественным, что 18-летняя девушка отдалась человеку, который пользуется ее расположением. Рассуждал он правильно, но ошибался в способе достигнуть своей цели. Все это описывает Глафира Ивановна в своих памятных записках, которые были опубликованы только в конце 70-х, начале 80-х годах, но эта история, безусловно, была знакома Достоевскому. Итак, в рассказе «Чужая жена» с самого начала герой рассказа, муж, повторяет: «Чужая жена, она не моя жена, она чужая жена». И фраза эта вынесена в заголовок. То, что он в разговоре с молодым, таким образом, в разговоре с молодым человеком, он, муж фиксирует и утверждает правду, по сути, думая солгать. «Я вовсе не муж», после этого повторяет герой. Стыдясь открыть правду, герой проговаривает истинное положение вещей. Эта идея чужой жены оказывается связана с идеей ревности, разве это в последнем рассказе. Чужая жена и ревнивый муж оказываются причиной и ответом в сложившейся ситуации. А истоки этой истории обретаются в елке свадьбы. Интересно, что при развитии событий в рассказах «Чужая жена и ревнивый муж» герой Иван Андреевич Шаргин начинает его больше волновать отношение к нему собеседников, а не измена жены. Он не может молчать, как призывает его молодой человек, чтобы поймать неверную жену, так как ему необходимо срочно оправдаться в глазах любовника. Он говорит: «Вижу, что вы дурно думаете обо мне. Позвольте мне поднять ваше мнение, мою репутацию. Позвольте мне сказать, кто я такой. Я пришел сюда против себя, уверяю вас. Я не за тем, зачем вы думаете». Не замечая риска быть обнаруженным, в рассказе «Ревнивый муж» герой пытается доказать, что он порядочный, нравственный человек. Таким образом, классический треугольник муж-жена-любовник превращается в муж-жена, муж-любовник жены. В каждом из рассказов оба героя оказываются обманутыми героиней, и в каждом случае муж пытается заручиться дружбой молодых людей. «Обходите со мной учтивее, хоть немножко учтивее, я вам все расскажу. Мы бы полюбили друг друга, я даже готов пригласить вас к себе на обед. И это к нам вместе лежать нельзя, откровенно скажу. Вы заблуждаетесь, молодой человек, вы не знаете». И в первом издании еще было добавлено: «Со мной это уже случалось не раз. Я еще вчера таким же образом подружился с двумя прекрасными молодыми людьми». Из издания 60-х годы слова были уже убраны. Еще одна фраза, повторяемая героем, что он, муж, пьет чашу. Сначала сам уже обманул, а теперь пьет чашу. «Вы извините меня, но это объяснение было вынужденной необходимостью. Он несчастный человек и пьет чашу». «Верни его мужу. Я несчастный человек, я пью чашу, я подозреваю жену свою. Но я говорю ему, грубо разумно, за что же ты ее подозреваешь? Я чашу. Ну, то есть я подозреваю». Герой подозревает, что путаются понятия «чашу» и «подозревают». Это тоже важно. Этот оборот, думаю, восходит к стихотворению Лермонтова «Чаша жизни» или «Чаша бытия». «Мы пьем из чаши бытия закрытыми очами, золотые мочит края своими же слезами. Когда же под смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас, завязка исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, и что напиток был, мечтает, что она не наша». Разочарованный муж не хочет никак увидеть, что владеет чашей не своей. Зовут жену Глафира Петровна. Следующий пункт я намечу тезис, потому что время уже заканчивается. Глафира Петровна, имя жены, и вот пустой камень. Причем пустой под внешним воздействием, выдолбленный камень, пустотелый. Также интересна фамилия героя Шаргина – это товарищ пайщик, собрат, то есть некоторые участвующие в общем деле. Также в «Ревнивом муже» цитируются строки Шекспира, очень интересно. «Когда уж старость падает так страшно, что ж юность?» Есть строки звучат так: «Стыд женщины, супруги, матери забыт. Когда и старость падает так страшно, что ж юности осталось? Страшно за человека, страшно мне».
Первая часть цитаты отпущена, которая как раз обращена к женщине. Остаются следующие строки, где нет такой яркой гендерной отсылки, и они как раз обращены к герою, к мужу. И мы тут понимаем, что герой не может оправдаться ни любовью, ни страстью, потому что в пьесе «Гамлет» есть следующие еще строки. «Напоминай мне о любви, твоя лета любовь, уму послушную бывает». Сразу приду к этому. Хотя тут очень много еще моментов интересных. Думаю, что цикл «Чужая жена, елка, свадьба, ревнивый муж» — это о присвоении чужого, попытке присвоения чужого. На елке Юлиан Мостафович захватывает ему не принадлежащее. В корыстных, можно сказать, целях, но даже не цели тут важны. Когда он подходит к девочке, он ведет себя как вор, оглядывает, подскакивает, боится. К чему это приводит? Потому что жена чужая, не его. Хоть он и женился, захватил ее. Герой сам это проговаривает. Она принадлежит всем, любому, но не ему. У него в руках пустая оболочка, полый камень. Из этого следует ревность. Когда боишься потерять не по праву, тем, что завладел не по праву. Боишься, что любой другой окажется правым обладателем. Любовник упрекает героя, что трагедия тут сделать не может. Верно, здесь трагедия – это потерять свое. Но трагедия здесь в том, что для героя внезапно обнаруживается бессмысленность всех его ценностей, статуса, чина, знакомств и невозможность сохранить захваченное. Спасибо. Пожалуйста, вопросы Марии. Пока вы думаете, я задам. Насчет вот пьет чашу и вот эта отсылка к чаше жизни, вещь сомнительная по двум причинам. Во-первых, что так говорить трагично, что я пью чашу, если это чаша мечты, и вообще никаких проблем с ее выпиванием, кроме того, что она как в конце оказывается пустая, в общем, не возникало. Вот. То есть непонятно, что так на этом настаивать. Это первое. Второе. Есть совершенно понятно, как приходящий на ум сразу и с первого раза, да, вот этот вот концепт чаши в христианской культуре, да, который как раз подходит к там мотиву вот этого страдания, да, и вот этой вот внутреннего переживания, в том числе принятия на себя не тобой совершенного греха или давления на тебя не тобой совершенного греха, вот, и которая как бы вполне здесь очевидна и подходит по смыслу. Почему вы, тем не менее, этот концепт совершенно убрали, а вот это вот происхождение чаши, так сказать, приняли и... Потому что, мне кажется, здесь герой страдает не за чужие грехи. Вообще вины жены там вообще нет, упоминания вины жены. Я не сказала страдает за чужие грехи, я сказала испытывает на себе давление чужого греха. Да, мне кажется, что как раз он испытывает на себе давление своего греха. Вот. И, поэтому я не нашла здесь развитие именно чаши, как христианской чаши, как относящейся к Гефсиманскому саду, где Христос говорит о своей чаше. А вот с чашей бытия Лермонтова, когда то, что начинает, что для героя становится светлым смыслом его жизни, почему не трагично пить из чаши мечты, если ты пьешь всю жизнь эту мечту и только ей живешь. И ты не умираешь в этой иллюзии, этой мечты, а ты как раз перед смертью понимаешь, что все предыдущее. Нет, может и трагично, но пьется легко. А он-то настаивает, что пью чашу, и в этом какая-то проблема. В этот момент уже этого обнаружения происходит. То есть когда его убеждает жена, что все в порядке, и он забывает, что он пьет чашу, так у него и все в порядке, ему прекрасно. Да, почему пьется легко, там же золотые ямочки в края стоят, они же связали, Лермонтов. Да. И тем не менее, вполне себе пьется до конца. Я думаю, по ходу стихотворения. Я думаю, что пьется легко, а вот трагичный момент обнаружения. Окей. А как вы думаете, тогда вот такой вопрос, в каком
смысле и отсылая к чему? Сам муж, мы сейчас не о том, что да, в основе текста, а о том, что в основе фразы персонажа. Сам муж в каком смысле говорит об этой чаше? Я думаю, что пьет чашу страданий. Вот. То есть в любом случае с этого нужно начать, да, наверное. А потом же объяснять, почему на самом деле оно не так, если уж оно не так оказывается. Да, я думаю, что тут тогда еще важна опять цитата из самого стихотворения, что здесь еще важно, что она не наша, эта чаша. И что герой так трагично переживает, что он пьет чашу, а трагедия в том, что она не его. Это понятно, но это у вас сошлись две ваших концепции двух художественных текстов. Вот они в конце сошлись, да? Но это еще не значит, во всяком случае, это надо доказывать, как минимум, да? Что один текст подразумевает другой текст. Тем более, учитывая сложное отношение Достоевского к Лермонтову вообще. Вот. То есть просто тут как минимум нарушен порядок вот этого хода рассуждения, да? Потому что логично было бы сказать, очевидно, он отсылает на уровне общего знания, общего понятия туда. Но он, однако, не, да, на самом деле в тексте, то есть автор имеет в виду что-то совсем другое. Вот, ну да, да? Так, вопросы еще есть ли к докладчику? Пожалуйста, Андрей. Получается, вот шла линия, то есть от 47-го года к 48-му, от вот этой идеи, получается, от жизни втроем к вот этой идее чужой реальности, так получается? А параллельно получается? Параллельно. Вот в том-то и дело, что проблема в том, что получается параллельный ход, и совершенно непонятно пока, что вообще. Да, это непонятно, и проблема ревности, она не исчерпывается этими произведениями, безусловно. Здесь она в некотором обнаженном виде, и даже, я бы сказала, в некотором упрощенном виде представлена Достоевским. Он потом еще очень много развивал мысль о том, что есть две ревности, ревность любви, ревность самолюбия. И здесь отсылается именно к ревности самолюбия, потому что здесь еще есть отсылка к Крестовской и Петербургской трущобы, где появляется господин в енотах, который герой первого рассказа. В общем, там такие связи. Но, однако, даже в том, что вы говорили вот сейчас в течение 10 минут, все равно вот эта идея «мы будем жить втроем», хотя в сильно искаженном виде, совершенно очевидно присутствует. В том числе к вот этой апелляции к любовнику, да, и вообще. Это называют к этому мужу стоят. И это, я думаю, тут не обычно то, что к этому призывает муж. При слабом сердце там от другого идет. Да. Возможно, это потому, что муж себя правым не считает, и он готов вот этого правого обладать, правого, тот, кто должен был на его месте, настоящего мужа, он готов обладать в треугольник. В круг и от него как бы получить вот это некоторое право здесь присутствовать. Да. Это очень интересно. Есть ли еще вопросы? Спасибо большое. Так, Софья Царева, Холм. Перерыть все вопросы в романе. Мировоззренческие споры героев романа Достоевского «Преступление и наказание». По словам Федора Михайловича Достоевского, он хотел перерыть в романе все вопросы современности. «Преступление и наказание» – роман, насыщенный идеями того общества и времени, в котором жил Федор Михайлович, там фигурируют факты, которые он подчеркнул из газеты «Действительности». Роман создавался с 1865 по 1866 год. В это время в Российской империи происходили бурные общественные процессы, формирование новых классов, нового общественного строя. «Преступление и наказание» затрагивает вопросы не только 19 века, но получается, что и 20-го, и даже 21-го. В этом произведении Достоевский рассматривал вечные вопросы, актуальные по сей день. Практически все герои Достоевского живут по правилам. У каждого из них своя теория, в соответствии с которой они живут и действуют. Но не все герои романа являются теоретиками. Некоторые из них живут живой жизнью. Каждый герой – отдельная личность со своим мировоззрением, и в романе часто происходит споры между героями именно из-за разного взгляда на мир.
Самая знаменитая теория романа, без сомнения, теория Раскольникова. По его мнению, существует два вида людей – обыкновенные и необыкновенные. Цитата. «Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди по закону природы разделяются вообще на два разряда. На низшие, обыкновенные, и, собственно, на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде свои новое слово». Создав эту теорию, Раскольников решает проверить, кто же он, тварь дрожащая или право имеющий. Именно для этой цели он убивает старуху-проценщицу. После убийства, когда можно считать себя Наполеоном, он вдруг осознает, что это убийство было бессмысленным. Раскольников говорит: «Я не человека убил, я принцип убил. Принцип-то я убил, а преступить-то не преступил, на этой стороне остался». Теперь в своих собственных глазах Раскольников оказался не Наполеоном, а вошью. «Я не имел права разрешить себе этот шаг», — окончательный итог Раскольникова, подведенный на каторгу. Теория Раскольникова во многом схожа со взглядами Лужина и Свидригайлова. Раскольников презирает Лужина, и Петр Петрович сам это осознает. Цитата. «Я еще давеча с первого шага разгадал вашу неприязнь». Он вызывает у Раскольникова отвращение, хотя не схоже общностью мысли о том, что можно приступить к какие-либо границы для достижения своей цели. Лужин живет по принципу эгоистичного расчета. Он на ногу не женится, только из этих соображений. Цитата. «Такое существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно унижаться перед ним, а он-то будет всецело и безгранично владычествовать». Петр Петрович прагматик. Вся его деятельность направлена на достижение успеха, причем сугубо личного. Он считает, что первонаперво нужно заботиться о себе. Цитата. «Если мне говорили «возлюби», и я возлюблял, выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы. Наука и говорит: возлюби прежде всего одного себя, и во всем на свете на личном интересе основан». Раскольников с ужасом осознает, что у них с Лужиным схожие взгляды на жизнь. Цитата. «По вашей же вышла теории, а доведите до последствия, что вы до речи проповедовали, и выйдет, что людей можно резать». Однако взгляды Лужина более приземлены, более опошлены и не содержат такой высокой цели, в отличие от взглядов Раскольникова. Родион хотел стать Наполеоном не ради личной выгоды, а для того, чтобы переустроить мир. «Единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша». Так звучит теория Свидригайлова. В принципе, теория Раскольникова только другими словами. Свидригайлов осознавал свою близость с Раскольниковым. Цитата. «Мы с вами одного поля ягоды». Родион и сам часто думал о Свидригайлове. Цитата. «Но в этом человеке таилась какая-то власть над ним, и ни судьба, ни инстинкт никакой сводит их вместе». Несмотря на это, Свидригайлов крайне противен Родиону. Цитата. «Этот человек очень к тому же был неприятен, очевидно, чрезвычайно развратен, неприлично хитер и обманщик, может быть, очень зол». Свидригайлов – гедонист. Весь смысл его жизни – получение наслаждения. Цитата. «Ну и пьян же я, наслаждение», – воскликает Свидригайлов, сидя в трактире с Раскольниковым. С первого взгляда кажется, что Свидригайлов – идеал по теории Раскольникова, то есть Наполеон. Он всю жизнь приступал. Приступал через все – моральные, нравственные принципы, законы, свою собственную совесть, других людей. Но не право имеющим, не Наполеон, он обычный человек. Он не вынес всего и застрелился, хотя в разговоре с Раскольниковым говорил: «Сознаюсь непростительной слабости, боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней». Я думаю, крах теории Раскольникова произошел именно со смертью Свидригайлова. Лебезятников Андрей Семенович, подопечный Лужина, вовсе не разделяет взгляды своего покровителя. Лебезятников – носитель моды в то время идеи о социализме. Он считает себя нигилистом. Цитата. «Мы пошли дальше в своих убеждениях. Мы больше отрицаем». Лебезятников распространяет идею о всеобщем равенстве, уничтожении брака. Цитата. «Я бы, кажется, сам привел к жене любовника, если бы она его долго не заводила. Он давал книги Соне, но она их сначала брала, а потом перестала. Уж не берет она больше у меня книг, а прежде брала», — говорит Лебезятников. Более того, Лебезятников считает, что то, чем занимается Соня, — протест. Цитата. «Я смотрю на ее действия как на эксперимент и олицетворенный протест против устройства общества, и глубоко ее уважаю за это, даже радуюсь, не углядя». Несмотря на то, что Лебезятников был зряда передовой молодежи, он был, пишет Достоевский, довольно глуп. Цитата. «Андрей Семенович действительно был глуповат». Конец цитаты. «И не совсем понимал, что делает». Цитата. «Он и делает СВО пропагандного, может, и не знает порядка, потому что очень уж слишком много сбивается». Раскольников и Лебезятников – молодые люди, которые недовольны своей жизнью и хотят ее изменить. Но Раскольников – сторонник активных действий, а Лебезятников строит теории, вынашивает идеи, но не действует. Цитата. «Я могу косвенно способствовать развитию и пропаганде». А Разумихин же, в отличие от Лебезятникова, мыслит самостоятельно. Он не причисляет себя ни к одному из течений, у него нет теории, но есть своя линия, по которой идет его жизнь. Разумихин живет так, как Порфирий советует жить Раскольникову. Цитата.
станьте солнцем, вас все увидят. Можно сказать, Разумихин есть солнце, он готов обогреть всех и каждого, отдать последний, если человек в этом нуждается. Разумихин гуманист. Недаром Зосимов говорил ему: «А знаешь что, Разумихин, посмотрю я на тебя, какой ты, однако, шлопотун». Разумихин и Раскольников абсолютно противоположные личности. Раскольников угрюм, мрачен, надменен и горд, а Разумихин неисправимый оптимист. Цитата. «Никакие неудачи его никогда не смущали, никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли преодолеть его. Но у них есть и общие черты – нетерпимость к таким, как Лужин, Свидригайлов, ум и способность к искренним чувствам». Родственник Разумихина, следователь Порфирий Петрович, человек консервативных взглядов. Он тяготеет к старым порядкам и сопротивляется изменениям. Порфирий Петрович – самый главный оппонент Раскольникова. Он советует Раскольникову просто жить. Цитата. «Отдайте жизни прямо, не рассуждая, не беспокойтесь. Прямо на берег вынесите, на ноги поставить». Порфирий сочувствует Родиону, пытается ему помочь. Цитата. «Мне теперь уж все равно, а следственное единственное для вас. Ей-богу, лучше будет». Но Раскольников не всегда адекватно воспринимает то, что говорит Порфирий Петрович. Цитата. «Да вы-то кто такой? Вы-то что за пророк? Это какого это спокойствия величавого мне премудрствующие пророчества изрекаете?» Но все же Порфирий Петрович добивается своего. Раскольников признается в убийстве. Цитата. «Это я убил тогда старуху чиновницу, сестру Елизавету. Этот шаг он сделал, потому что не мог больше этого выносить, не мог постоянно переживать и мучиться. Тем более встречи с Порфирием Петровичем заставили о многом задуматься Раскольникова». Каждый из этих героев представляет свой путь. Раскольников не пошел ни по одному из них. Он пошел по своему пути, опасному, трудному, страшному, который привел его к Соне. Соня вряд ли понимает все эти сложные искания Раскольникова, но понимает, что он несчастен и что ему нужно помочь. Именно это она и делает. Силой своей любви, готовностью терпеть что угодно, она помогает Раскольникову превозмочь себя и все то, что так тяготит его. Она помогает ему воскреснуть. Цитата. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее уже не было сомнений, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута. И воскресила любовь. В сердце одного заключала бесконечные источники жизни для сердца другого. Соня – другая власть, отличная от всех. Соня – власть любви, которой пришел Раскольников. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Софье. Пожалуйста. Знаете, у меня такой вопрос. У вас в первой половине доклада была фраза, что Раскольников, в отличие от Наполеона, хочет изменить мир, а Наполеон это делал ради своей выгоды. Нет. Наоборот, там, по-моему. Наоборот. Типа Раскольников для своей выгоды, а Наполеон... Нет, с какими-то более социальными целями. Ага. Лужин и Раскольников. Да, Лужин. Раскольников хочет стать Наполеоном для того, чтобы перестроить мир, а не для самого себя, не для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. В отличие от Лужина. В отличие от Лужина. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Софья, скажите, пожалуйста, вот то, что вы говорили, вы абсолютно парили над текстом, на самом деле. А вот у вас есть там предположение, что солнце на самом деле Разумихин. Да. А вот как-нибудь показать по тексту, какое отношение Разумихин имеет к солнцу? Ну, он же помогает. Не надо, он помогает. Надо вот в тексте показать, где он реально имеет отношение к солнцу. Какие-то или эпитеты, которые в связи с ним с этим появляются, или значение имени. Это вот работа с текстом. А то, что вы показали, это ваше мнение о людях, о которых вы прочли некоторое повествование. А вот теперь к тексту, то есть к тому, что написал Федор Михайлович Достоевский. Вот где мы можем видеть, что Разумихин – это солнце? Видеть именно в тексте. Не могу сейчас сказать, где в тексте можно видеть. А потому что нельзя. То есть потому что там нет таких мест. Потому что, как мы уже упоминали, Деметрия – это вообще великая матерь, да, Деметра, то есть мать-земля. То есть он как бы принципиально именно земной человек. Мало того, человек, который себя все время ставит в тень Раскольникова. Последовательно по всему тексту, сам своей воле. Да? Так получается. Вот, какое же солнце в тени? И почему он это тогда делает?
Вот. То есть, понимаете, в чем дело? Вы ведь рассказали очень связанную историю. Но эта история не основана совершенно на работе с текстом. То есть вы рассказали свое впечатление, так сказать, от прочитанного романа. Это не исследовательская работа. Вот. Я, честно говоря, даже совершенно у меня это с холмом как-то не ассоциируется. Я поэтому все время пребывала в глубоком изумлении. Вот. Никак не пойму, как вам так удалось. Вот. А вот Раскольников, который связан там с солнцем всеми возможными способами, да? У вас он не солнце, потому что человек не очень хороший. Да. Вот. То есть понимаете, что вы делаете? Вы идете в данном случае против явно выраженной в тексте авторской воли, говоря о своем первоначальном читательском впечатлении. То есть это, вот то, что вы написали, это самое начало исследования. Это когда вы прочли первый раз книжку и отдали себе отчет в том, какие ощущения она у вас оставила. Это то, что делается до начала исследовательской работы. А вот потом вы уже ставите себе так, разумеется, с моей точки зрения, солнце. Перечитываем текст. Ищем подтверждение. Так, подтверждение не находится, что делать? Либо Разумихин не солнце, а какой-то иной конфигурации, да, в тексте. Либо что делать, почему этого не видно вообще? То есть вот там, где ваша первоначальная концепция, ваше первоначальное читательское ощущение вступило в противоречие с тем, что вы можете подтвердить текстом, вот тут начинается исследовательская работа. Тут начинается все самое интересное. Вы все самое интересное пропустили. А давайте вы на следующий год ту же самую тему сделаете. Давайте. Отлично. Спасибо вам большое. Так, пожалуйста, Арина Зеликсон, Санкт-Петербург. Мотивы сновидений в творчестве Достоевского, пророчества или мечты о Золотом веке. Здравствуйте. Сегодня я хочу посвятить тему снов творчества Достоевского путем повторительного анализа мотивов Достоевского в романе «Преступление и наказание» и рассказе «Солнце пустого человека» с мотивами трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» и поэмы «Трудные дни» Гесиода. За 10 минут? Здорово. Давайте попробуем. Окей. Хотела бы начать с места и роли снов в художественной системе Достоевского. Вне зависимости от жанра произведения, Достоевский, применяя сновидения в качестве литературного приема, выделяет каждый сон опосредованным сюжетом. Сквозь погружение в царство Морфея Достоевский рассматривает своих героев изнутри, давая читателю познать их глубинные терзания, их нравственные переломы. Сон служит определенным столкновением персонажа с его сакральными тайнами подсознания, скрытыми в повседневной жизни как от окружающих, так и от него самого. Именно это столкновение знаменует определенное перерождение героя, его взглядов и подталкивает на наиболее объективное оценивание своей персоны со стороны, достигая это благодаря более полной картине, собственно, анализа. Особенно чертой при изображении сна Достоевского является слияние реальности и плода сознания. Достоевский применяет художественное миромоделирование, рассматривая сны в качестве возможности показать реальность, лишенной привычной предметности. Автор стирает границы между бытием и небытием, разрушая привычные формы эволюции героя. Таким образом, сновидение в произведении Достоевского носит определенно символический характер, является ли писательство наиболее адекватной формой для создания на символико-мифологическом уровне художественного космоса, пронизанного идеей духовного воскресения. Сновидение Раскольникова в романе «Преступление и наказание». Сны главного героя пронизаны основой всего произведения, создавая всю полноту образа Раскольникова. Они раскрывают конфликт противодействия внешнего и внутреннего миров. Каждое сновидение является лишь частью, которая составляет целостность психологизма автора. Эти части несут за собой индивидуальные таинства, благодаря которым читатель может наблюдать эволюцию взглядов героя. Постепенно в Родионе
Раскольникове происходит внутреннее развенчание личной, точно выстроенной идеологической концепции. Сны пробуждают в Раскольникове исключительно положительные качества. К примеру, сон о забитой клечонке является предупреждающим, пророческим. Он предупреждает героя о последствиях его преступления. Родион по своей натуре гуманист, поэтому убийство приводит его к внутреннему саморазрушению, самораспаду. То, как этот момент детства преломился в его воображении, очень явно показывает и свидетельствует о богатом внутреннем мире и противодействует внутреннему насилию, о котором сам Раскольников пока еще не может сам себе признаться. В этом сне героя награждают Достоевский 13 дорогами, а кабак как символ грехопадения, вечная погибель и церковь, путь прямиком к Богу. Два последующих сна Раскольникова постепенно развенчают его теорию. Сон о повторном убийстве обнажает бессилие героя, над ним смеется даже его жертва. Этот смех показывает несостоятельность его теории. Также стоит обратить внимание на то, что во сне Раскольников окружен множеством людей. Это также показывает тяготение подсознательное о возвращении в общество. Это возвращение непременно должно было бы сопровождаться покаянием. Раскольников устал носить все это в себе. Ему обязательно нужно было открыть кому-нибудь свою страшную тайну и излить душу. А сон о трехинах подводит итог философской линии романа. Символично, что этот сон Раскольников видит уже на каторге, осознав всю неполноценность своей теории и преступления. Он сам раньше словно был подвержен страшной моровой язве, считая как зараженный лишь свое мнение единственным верным. Спастись во всем мире могли только несколько человек. Это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и никто не слыхал их слова и голоса, пишет Достоевский. Раскольников понимает, что спастись могут только духовно обогащенные люди, такие как Соня. Герой осознает важность духовного обновления, тем самым выздоравливая. Сейчас бы хотела сказать о единении мотивов Уильяма Шекспира в трагедии Гамлет с мотивами Достоевского «Преступление и наказание». В обоих произведениях постороннее сознание, то есть сновидение, играет роль правосудия, служая тем самым храмом Фемиды, оно выступает в качестве высшей справедливости. Наравне с этим оба писателя нарекли сон на амплуа серого кардинала, доставляющего героя на определенную стезю, предначертанную каждому из них самим автором. Главных героев Шекспира и Достоевского единит чрезмерная уверенность в верности собственных умозаключений. Их объединяет личная канонизация собственных образов. Они самостоятельно возводят себя к лику святых, причисляют к властителям судеб других людей. Однако сами теории героев имеют различную направленность. Их мотивы философских исканий находятся в разных измерениях и определяются различной масштабностью. Герой Шекспира задается монументальными вопросами о противостоянии одного человека всему миру. Он размышляет о том, чем должно ограничиться человеческое существование. Должен ли человек бороться против безобразия и жестокости окружающего мира, или же, наоборот, покориться воле обстоятельств. Для Гамлета бытие возможно только в конфронтации как раз с таким греховным миром. Иного жизненного пути он неприемлем, так как герой является романтическим. В теории же Раскольникова превалирует описание реалистичного мира. Для него существование намного более прозаично и имеет меньшую однозначность. Для героя Достоевского мир видится под разными призмами, с его достоинствами и его пороками, но при этом его теория базируется на двойных стандартах, оправдывающихся различными прологизмами. Главенствующим фактором на расхождение теории героев служит смена временных парадигм, оказавшая влияние на миросозерцание авторов. Уильям Шекспир – представитель времени расцвета гуманистических идей, но не являющийся его типичным представителем. В его сознании, вопреки влиянию эпохи, существовал определенный диссонанс. Он был разочарован в этих идеалах и возможности существования гуманного общества. Достоевский, в свою очередь, иная личность, приобретшая личностные ориентиры в иное время, в котором идеалы эпохи Шекспира потеряли всякую значимость в лицах людей. Это также находит отражение в изображении формы подачи идеологических принципов героев. При более детальном разборе выявляется личностная оценка авторов к идеям их протагонистов. Шекспир акцентировал внимание на размышлениях Гамлета, представляя их в монологической форме, как бы соглашаясь с героем, поскольку мы знаем, что молчание – знак согласия.
Достоевский делает это наоборот. С постулатами Раскольникова он знакомит нас в диалогической и полемичной форме. На протяжении всего произведения автор опровергает теорию Родиона Раскольникова, тем самым указывая на внутреннее несогласие и осуждение идеологии подопечного. Но главенствующей чертой обоих авторов по праву считается нравственный мотив, остающийся актуальным по сей день. Та движимая сила двух величайших писателей, направившего каждого на путь некой миссии, указывающей до сих пор читателю на пороки и глубины язвы того общества, в котором он находится сейчас. Образ Золотого века по имени Гесиода «Трудные дни» и его связующая составляющая между литературой и философией. «Золотой век» — один из фундаментальных сюжетов в философском осознании человеческого благополучия. Этот период характерен своей противоречивостью, обусловленной неотделимостью людей от грехопадения. Легенда о Золотом веке возникла в Элоде, в период становления классового общества, когда качество жизни общинников заметно ухудшилось. Наиболее полная тема Золотого века раскрыта в поэме Гесиода «Труды и дни». Она олицетворяет собой блаженное существование первобытного человечества в период правления Крона, также известного как Кронос. Поэма отражена инволюция поколений, где за благополучием Золотого века, когда Земля даровала свои плоды, следует век Серебряный, принесший человечеству немало благ. Однако все оказалось не так радостно. Люди отказались приносить жертвы во имя богов, за что и были наказаны истреблением Зевсом. За веком Серебряным следует век Медный, характерный обильным количеством войн, в которых люди истребляли друг друга за счет медных орудий труда. За этим также следует век Героический. Это был по праву воинствующее и справедливое время благородных героев. Но даже их могущество оказалось не подвластно в Троянской войне во время похода Смирных против Фин. Апофеозом регресса стал испорченный и жестокий, когда ни днем не прекращались труды и печали, ни ночью, железный век, когда вместо закона на земле правила сила, а моральные устои людей исчезали. В настоящее время выражение «золотой век» приобрело окраску другую. Оно было переосмыслено и применяется также к литературе XIX века, когда ее творили крупнейшие представители, такие как, в том числе, и Достоевский. Рассказ Достоевского «Сон смешного человека», особенности сюжетной конструкции и философской значимости сна. В «Сне смешного человека» Достоевский продолжает тему антропоцентризма, выдвигает человека на главное место. Он награждает героя постасью властителя всего мира. Перед нами возникает образ мессии, вдохновленной моделью утопического мира в подсознании героя. Весь рассказ наполнен предельными онтологическими и эпистемологическими вопросами. Достоевский поставил противоборство также внутреннего и внешнего на центральное место, тем самым показав, как ощущение трагизма от содеянного стало поворотным моментом в мироощущении героя рассказа. Ну, в принципе, ваше время уже закончилось. Вы даже перебрали почти минуту. А о чем вы еще там, в принципе, собираетесь? Философским анализом сна смешного человека уже все должно было закончиться? Я только чего? Ну, в принципе, это последнее, да? Ну, и закончите все актуальностью фундаментальных ценностей. Да. Давайте. Об актуальности фундаментальных ценностей. Это интересно. Произведения Достоевского сегодня остаются остросовременными, потому что писатель мыслил и творил в свете тысячелетней истории. Достоевский поставил перед русской литературой реальность, личность и народ. Ему свойственен повышенный интерес к кризисным состояниям общества и отдельного человека, что является на сегодняшний день самым ценным в писателе. Произведения писателя насыщены философской мыслью, что и близко людям нашего времени, и родственны лучшим образом литературы XX века. Достоевский необычайно чутко, во многом пророчески, выразил высшую уже в его время, еще большую возросшую сегодня роль идей в общественной жизни.
Одна из главных проблем, мучивших Достоевского, была идея воссоединения народа, общества, человечества. И система мечтала прийти не каждым человеком внутреннего единства и гармонии. Достоевский побуждал думать величайших писателей 19 века, решать самые важные вопросы жизни. Он побуждает нас и сегодня. С ума сойти. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, вы за эти самые 11 с небольшим минут проанализировали два произведения Достоевского, Шекспира, проанализировали истоки мировоззрения Достоевского и Шекспира и сопоставили их отчасти. Дальше, значит, что вы еще сделали прекрасного? Да, вы объяснили авторскую позицию в случае Шекспира и Достоевского и сделали, так сказать, основательный вывод, и еще чуть-чуть не успели рассказать о философском значении фундаментального, действительно, базового рассказа Достоевского «Сон смешного человека». Еще Гесиод. Еще Гесиод, анализ Гесиода, значит, и его поэмы «Труды и дни». Скажите, пожалуйста, что вас на это подвигло? Ну, во-первых, конечно, хотелось бы сказать про моего научного руководителя Лена Викторовна. Она на самом деле побуждает меня тоже к работе. Она вас на это подвигла. Да, но на самом деле размышления и сопоставления, конечно, пришли уже в ходе работы, которая еще не завершена в этой степени. Вот. Ну, и я считаю, что это довольно интересное сопоставление и вообще эта тема. Безусловно. Это с этим не поспоришь, да. Скажите, пожалуйста, что такое эпистемологический вопрос? Вопросы, которые связаны с мировоззренческими вопросами человека, с личностью, с развитием личности. Да? Нет. Слово что означает? Эпистемология – это что такое? Эпистемология. Нет, это я у докладчика спрашиваю, а не у научного докладчика. С вашего позволения. Ну, вообще, это я его задала вопрос. Я сделала эпистемологические вопросы, связанные с, ну, как раз с развитием. Не, слово-то что значит эпистемология? Понятно. Вы посмотрите потом в интернете. А теперь, значит, насчет источников вашей работы. Да. Источники там. Там источники. Много их источников. Не ходите, не надо. Мы даже частично чуть опознали. Я не все вообще перечислить успела, но источников 7. 7. А кто, например, кто вам запомнился из авторов ваших источников? Все там написано. То есть вы их даже не помните? Нет, ну я помню, но просто... Ни одного из 7. Нет, я просто название не помню точно. Да нет, вы хоть фамилию назовите. Фамилию автора. Кого вы читаете? Ну, кого вы нам пересказали? Сейчас обращусь к тем. Вас спасают. Да. Угу. Да. Ну, вообще, когда говорилось о детских, вообще я не успела огласить. Да нет, вы просто автора назовите, хоть каких-нибудь. Обращалась вообще к Лихачеву Сергею. Угу. Кому? Сергею Лихачеву. Да, литературу я говорила. Обращалась к Миле, когда... Тому? К Миле. Ну, я просто не успела огласить тему образа детского образа. А, понятно. Смешного человека. То есть еще и детская тема была. Да, которую пропустили. Надо было вам дать еще 2 минуты. Да. Михнюкевич, поэтика детского образа. Понятно, да. Но это вот то, что вы не успели. А из того, что успели... Понятно, ладно, не мучайтесь. Лисвиновых, Хакасских, государственных. Скажите, пожалуйста, а вот, так сказать, идея-то в чем была? Ничего. Ну вот вашего доклада. Вы что хотели-то им? Представить какой-то анализ. Какой же это анализ, если вы довольствовались вторичными источниками? У вас же тут нет никакой вашей исследовательской работы. Это реферат, плохо продуманный в чистом виде. Нет, ну как, почему? Но вы же слова даже употребляете, которых вы не знаете значения. А о том,
что это цитата, вы не говорили. В крайнем случае, можно было бы сказать, что автор употребил, а вы тут ни при чем. А вы даже цитат не обозначили. Понятно. Но в тексте не это уважительная есть. Причина. Если 10 минут. Если не доставить, то там цитата обозначена. Угу. Прошу прощения. Вот. В принципе, вот работа чтений, она вообще строится по совершенно, на совершенно другой основе. Она основана на самостоятельной работе. И она... А? Эта работа была самостоятельная, я не копировала реферат, просто я не указывала цитаты, если вы на нет, вы, конечно, не копировали реферат целиком, это безусловно, вы много потрудились, вы прочли источники и, так сказать, составили его из каких-то цитат, но это не называется самостоятельным исследованием. Для самостоятельного исследования, для того, чтобы сделать доклад и представить свои результаты на 10 минут, человек берет гораздо более локальную тему. Потому что вот о всем, о том, о чем вы пытались рассказать за это время, это действительно, знаете, вот почти каждая из этих вещей – это такой объем примерно хорошей монографии. И человека, который этим позанимался лет 20, так 25, вот к концу этого срока, он может представить монографию. Например, так сказать, «Истоки мировоззрения Шекспира», о котором мы до сих пор не знаем, был он или не был на самом деле. Вот. И вообще, где искать истоки мировоззрения? В Стратфорде или совсем в другом, в других местах? Вообще там графы Редланды или там еще кто-то прекрасный вот все это написал. Вы, я для вас что-то новое сказала сейчас, да, кажется? То есть проблемы вообще, так сказать, авторство Шекспира и вообще наличие Шекспира как автора вам не знакомо. Но смотрите, вы в течение 10 минут говорите о 30 секунд, наверное, получилось, о том, как, значит, как формировались взгляды Шекспира и как это вообще повлияло на его творчество. Понимаете, что вы делаете? То есть это не работа. Это вас обманули. Правда. Вот. Потому что на самом деле вот вы мне очень понравились как человек, как ваша как бы энергия, ваше какое-то даже горение. Вы все это вот с каким-то таким энтузиазмом читали, во всяком случае. Я не знаю, как готовили, я не видела просто. Вот. Но это не научная работа, то, что вы сделали. И главное, вы знаете, это совсем не так интересно, как настоящая научная работа. Вот. Вот вы, если хотите, вы в следующем году к нам приезжайте, только прям на все время работы. У нас тут вообще очень интересно. Вот вчера был круглый стол совершенно замечательный. Приезжайте. И научимся вместе читать текст. Спасибо. Так, пожалуйста, Мария Васильева, Ульяна Кузьмина, «Великий Новгород. Дети и их судьбы» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Нету? Хорошо. Ольга Кругликова, «Санкт-Петербург. Проблема наполеонизма» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Есть? Есть. Сознание людей. Например, он сделал по тем временам практически невозможно. Головокружительную карьеру от простого сержанта до императора, которому почти удалось завоевать мир. Образ Наполеона наложил свой уникальный отпечаток на произведения русской литературы. Тема наполеонизма встречается в произведениях авторов как 18-19 веков, так и современных писателей.
под наполеонизмом я подразумеваю убеждение человека в том, что он сильный мир сего, и ему дозволено все то, что запрещено простым смертным. Цель моей работы – сравнить отношение писателей к синдрому Наполеона на протяжении веков. И за основу моего исследования я взяла роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» и пьесу Людмилы Николаевны Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». В этой пьесе, как мне удалось выявить, оказывается, существует множество отсылок к творчеству Федора Михайловича. Ну, одна из них лежит на поверхности. Это она заключается в том, что один из героев, Паша, является доморощенным достоевсковедом по выражению его товарища. То есть он изучает творчество Достоевского. И в одном из эпизодов он рассуждает над проблемой выбора между добром и злом, опираясь на мировоззрение писателя. Либо зло от Бога, тогда он не абсолютно добр, либо не от Бога, тогда он не всемогущий. Достоевский, как известно, не Бога не принимал, а мира Божьего. Почему? Да потому что в нем сплошное зло. Бог не хотел делать нас рабами и насильно проводить в добро. Он дал нам свободу выбора между добром и злом. Таким образом, мы видим, что наряду с проблемой нравственного выбора эти два произведения определяют и проблему наполеонизма. Но кроме исходных тем, их породит еще и поразительное сходство и мировоззрение некоторых героев. И давайте заглянем глубже и посмотрим, в чем же заключаются эти сходства, которые при поверхностном рассмотрении практически невозможны. Роман Достоевского «Преступление и наказание» был впервые опубликован в 1866 году. Главный герой Родион Романович Раскольников совершает убийство старухи процентщицы, чтобы проверить свою теорию, которую он когда-то посвятил статью. Ну, несмотря на то, что до меня это уже делали, я все-таки напомню основные положения этой теории. Люди делятся на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные должны жить в послушании и не имеют права приступать к закону. А необыкновенные, соответственно, это право имеют. Но только в том случае, если это требует исполнения их идеи. Первый разряд людей сохраняет мир и приумножает его численно, а второй разряд двигает его и ведет к цели. Раскольников относил к себе разряду необыкновенных людей, и убив старуху, он считал, что убил не человека, а принцип. И таким образом стал необыкновенным. Но, тем не менее, на протяжении всего романа герой мучительно и болезненно страдает, едва не сходит с ума. И к концу, к финалу, становится на путь духовного возрождения благодаря любви Сонечки. Так, «Преступление и наказание» Достоевский опровергает теорию Раскольникова и восстает против убийства по совести. Да, пусть нравственный закон нельзя объяснить логикой как теорию, но зато он всегда оказывался сильнее кровавых правителей и их последователей. Пьеса Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» была опубликована более чем 100 лет спустя, в 1980 году. В 1988 Эльдар Рязанов снял по ней фильм, кадры из которого потом представили на презентации. В ней описана история о том, как четверо выпускников, только что написавшие экзамен, пришли домой к учительнице, якобы для того, чтобы поздравить ее с днем рождения. Но подарки и внимание – это всего лишь способ купить ее расположение, чтобы она дала им ключ от сейфа, где лежат их работы. Ребята хотели исправить там ошибки, потому что судьба некоторых из них зависит от оценки, которые могут взять этот экзамен. Но для Елены Сергеевны отдать ключ означало совершить преступление, пойти на обман. И она, будучи человеком строгих моральных принципов, отказывается это делать. И тогда ребята сначала пытаются уговорить ее отдать ключ сначала по-хорошему, а затем и не гнушаясь полностью предательством, в том числе и по отношению друг к другу. Ну и наряду с проблемой нравственного выбора, воспитания, конфликта отцов и детей, в пьесе, как я уже сказала, поднимается все та же проблема наполеонизма. Носителем синдрома Наполеона выступает Володя, который не случайно назван Владимиром, владеющим миром. И мне принадлежит затея выманить ключ у Елены Сергеевны. Именно он разработал весь план, и именно он толкнул ребят на бесчестность. Подобно всем нигилистам, он отрицает моральные ценности, человеческие отношения и добродетели. Мораль – категория человеческая, потому относительная, считает он. Володя умелый манипулятор. Он играет на чувствах других людей и признает холодный расчет, прямо как лермонтовский Петрович.
У каждого человека есть слабое место. Нужно его только правильно определить и вовремя нажать кнопку. Сим-сим, открой дверь. Говорил он ребятам, объясняя, как хочет сломить Елену Сергеевну. Но ребятам было не намек, что на самом деле он подразумевал и их самих. Не раз ребята хотели отказаться от этой затеи, не раз чувство справедливости пыталось взять верх. Володя всегда знал, на что нужно давить у каждого из ребят, чтобы тот остался. Для Вити это оценка, ради которой он пришел. Для Паши это помощь отца Володи при поступлении в институт, а также любовь Ляли, которая согласна выйти за него только в том случае, если они не будут жить в нищете. Сама же Ляля практически не поддается Володе, но у нее тоже есть слабость. Она хочет продать себя как можно дороже, то есть выйти за человека побогаче, чтобы иметь все то, что пожелает. И это уже напоминает цель Свидригайлова — получить от жизни все удовольствия, которые возможны. И ради этого она готова пойти на обман и на подлость. У Володи единственный из ребят, которому не нужна хорошая оценка. И Елена Сергеевна спрашивает его, зачем ему это нужно. Знаете, вид спорта, чистый спортивный интерес, отвечает он. Между ним и Раскольниковым четко прослеживается параллель. Родион Романович — это теоретически раздраженное сердце. Он пошел на преступление ради эксперимента. Является ли он одним из необыкновенных людей? Володя тоже ставит эксперимент. Значит, для вас эта ситуация — игра, эксперимент. На живых людях кролики не всегда боятся. Как Раскольников, Володя считает себя особенным. Раскольников мнил себя спасителем униженных и оскорбленных, а Володя — всей России. Спасти Россию может только наше поколение новых деловых людей. Раскольников сравнивает себя с Наполеоном, а Володя с Петром Первым. Когда речь идет, например, о Петре Первом, никому в голову не придет говорить о морали. Но отличие Раскольникова от Володи состоит в том, что Раскольников обладает благородством. Он пошел на преступление в том числе из-за желания спасти бедствующих, нищих и никому не нужных людей. Ну да, пусть он и заблуждался, но изначально его проступок вызван добрым намерением. Володя же хочет спасти Россию умением врать, изворачиваться, делать подлость ради собственной выгоды. Другими словами, он считает, что если каждый из людей будет заботиться только о себе, ну, делать добрые дела, но все же только имея с этого выгоду, то тогда Россия станет процветать. И это уже напоминает теорию не Раскольникова, а Петра Петровича Лужина, военника. Петр Петрович – белой человек лет 45, фактически вылившийся из грязи князя, а потому сильно загордившийся. Он чопорен и самолюбив, любит говорить на общие темы и никогда не упускает возможности блеснуть своим интеллектом и познаниями, хотя которыми он в сущности обязан своему приятелю, псевдонигилисту Лебезятникову. В романе его теория звучит тогда, когда он, будучи женихом Дуни Сергеевны Раскольниковой, приходит больному Родиону Романовичу, чтобы познакомиться. Называется она «Теория целых кафтанов» и звучит следующим образом. «Возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Экономическая же правда прибавляет, что чем больше в обществе устроенных частных дел, тем более твердых оснований, тем более устраивается в нем общее дело». Очевидно, что теория Лужина – это в точности то, что так я оставил Володя. Но в самом романе эта теория не выдерживает никакой критики. Только услышав это, Раскольников сразу же вмешался. «Доведите до последствий, что вы дальше проповедовали, видите, что людей можно ведать». И Володя действительно режет людей, но не ножом, а поступками и словами. Доведя Елену Сергеевну до такого состояния, что она говорит, сама говорит, Елена Сергеевна умерла, он не остановился, не почувствовал никакого укола совести, а наоборот порадовался. Потому что жертва сломлена, а значит, эксперимент ближе к удачному завершению. При сомнении наказания жертвой Лужина стала Сонечка. Светлая и невинная девочка ради семьи вынуждена пойти по желтому билету. Она искренне верит в Бога, жертва заповедям, и ее моральные принципы непогрешимы. Раскольников даже называет ее родиной. И Петр Петрович, желая очернить ее перед Раскольниковым, подкидывает ей в карман большую сумму денег. Но у него ничего не получается, и он сам с позором оказывается выслужен. Жертвой Володи является бедная Елена Сергеевна, также живущая строго по нравственным законам. Но он не собирается ее очернять, он лишь хочет проверить, не отступится ли она от своих убеждений, и насколько искренне и как глубоко она в них верит. И тут же видна параллель с тем эпизодом романа, где
Сонечка и Раскольников читают Евангелие. Будучи атеистом, Раскольников не понимает, почему Сонечка так верит в Бога. И всячески ее провоцируют, пытаясь либо заставить ее отречься от веры в Бога, либо проверить, насколько глубоко она верит. И удостоверившись, что она действительно искренне верит в Бога, его почитает, он понимает, откуда в маленькой хрупкой Соне столько стоицизма. Вера давала ей внутренний стержень, на который она опиралась, когда дела были совсем плохи. И морально делала ее намного сильнее Раскольникова. И также Елена Сергеевна опиралась на свои моральные принципы. Ольга, простите, пожалуйста, а вам еще долго, потому что ваше время истекло. Да. Не очень долго. А вы не хронометрировали доклад, да? Угу. Понятно. В общем, как-то завершайте. Хорошо. Ну, в общем, финал пьесы остается открытым. Что сейчас Елена Сергеевна в ванной пустой квартире, Ляля так и не получила ответа. Я пропустила этот просто кусочек. В общем, они говорили учительницы, они нашла от них вас. Мы вообще более-менее читали эту пьесу. Хорошо, конечно. Вот. И затаилась ли там учительница, не совершила самоубийство, остается судить читателя. Ну, я скорее склоняюсь к второму варианту, потому что увидеть, на что способны ученики, в которых она пыталась воспитать все самое лучшее. Она поставила на себе крест, как на учителя. Вот. И к тому же преподавание было смыслом ее жизни. Она потеряла смысл жизни и к тому же получила удар в спину от людей, которых считала друзьями. И жить в квартире, которая постоянно бы напоминала ей об этом, она бы просто смолилась. Вот. Ну, Володя ушел, якобы считая себя победителем, но я так не считаю, потому что Елене Сергеевне все-таки удалось вырваться на победительных остальных ребят. Они, возможно, переоценят в будущем своем мировоззрении и те ценности, ради которых пошли на преступление. Ну и я думаю, что Володя выбили в душе, тоже понимал, что он не победил, потому что победители уходят уверенно и спокойно, а он оскорбил и кинул их ключ. Ну, как сказали братья Стругацкие, устами Кандиды и Заману Улик на склоне, прогресс, как закономерность, всегда происходит вне морали. Но человек не вне ее, и тут не голова выбирает, тут выбирает сердце. Можно, конечно, достигать своей цели бесчестным способом, но тогда результат потеряет всю свою ценность. А можно добиваться всего, не делая подлости и не совершая преступления, называть благородным человеком. Так пьеси дорогая Елена Сергеевна, любил Разумовский, как и Достоевский, восстает против синдрома Наполеона. Ни одному человеку не дозволено пренебрегать моральными законами, играть чужими чувствами и тем более жизнями во имя собственных идеалов или ради достижения собственных целей. Таким путем человек не стать особенным, но люди, которые честь и правду ставят выше собственной выгоды, люди, которые верят во все светлое и возвышенное, и ни за что не продадут своих убеждений, такие как Елена Сергеевна и Сонечка, необыкновенно по-настоящему. Они двигают прогресс по-своему, воспитывая в других людях те добродетели, которыми обладают сами. В этом и заключается подлинное человечество. Спасибо. Пожалуйста, есть ли вопросы к Ольге? Пожалуйста, Николай Николаевич. Спасибо вам за доклад. У меня несколько вопросов. Первый. Значит, вот вы вводите, собственно, два понятия – наполеонизм и синдром Наполеона. Да, Какая-то разница нет, есть? Нет, практически одно и то же, потому что без патологии не было. Хорошо. Вот напомните, под наполеонизмом – это вы сами сформулировали что-то? Да. Напомните, пожалуйста, как вы это понимаете? Это убежденность человека в том, что ему дозволено все то, что не дозволено остальным смертным. А при чем тут Наполеон тогда? То есть до Наполеона никто не считал себя? Ну, просто... То есть не ставил себя выше людей? Там, ну, много было диктаторов? Просто в преступлении и наказании мы на примере Наполеона, по-моему, все это раскрывается, поэтому я его и взяла за... Ну, я про это и говорю, что у вас куда-то исчезает личность Наполеона, ведь Раскольников постоянно обращается к биографии Наполеона. Он вспоминает о египетском походе, и о московском походе, и о событиях во Франции. Причем он говорит не только о Наполеоне, у него там происходит сращение Наполеона с Магометом. А у вас вот эта вся как бы историко-культурная часть, она куда-то ушла, и остался такой голый психологизм, где, собственно, личность Наполеона, она не важна и не нужна. Если мы из вашего определения уберем
имя Наполеона, то, собственно, это ничего не изменит. Или изменит? Подумайте, да. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Скажите, пожалуйста, Достоевский не принимал мира Божьего. Это вы вначале сказали. Это цитата из пьесы. Это как сказать? Так, а вы-то как-то отрефлексировали эту цитату из пьесы? Ну, наверное, тут можно сослаться на его фантастический рассказ «Сон смешного человека». Так. Потому что главный герой, он в мире, в котором он существовал, ему стало все равно. И только в мире, где все, ну, была идиллия, вот там, где был раскрыт золотой век, там он только почувствовал себя человеком. Он только после этого он захотел дальше жить. Он захотел не просто дальше жить, он сказал, я пойду проповедовать истину, да. То есть его вспомнили. Это герой сна смешного человека. А при чем тут Достоевский? Ну, а где авторская позиция? Там вообще-то повествование от первого лица, от лица героя. А где авторская позиция? Не знаю. Мне казалось, что он отождествляет свое. А какие у вас основания для того, чтобы делать такое заключение? Это вообще проблема всей филологии всегда. Где авторская позиция тем? Особенно где авторская позиция в тексте, который вообще-то от первого лица и от лица героя при этом. Казалось, что это мысль Достоевского, которую он просто говорит устами своего героя. Нет, Достоевский вообще не говорит ни одной из своей мысли устами своих героев. А вот эта же мысль есть, она впрямую высказана. А тут вы это как-то, так сказать, умозаключениями вывели, хотя, на мой взгляд, сомнительный был процесс, но неважно. Но эта мысль звучит буквально в «Братьях Карамазовых». Но только, опять-таки, от лица персонажа. Вот. И от лица Ивана Карамазова, более того. С кем уж даже никому не приходит в голову говорить, кажется, что Достоевский с ним себя отождествляет. Вот. А вы как-то вот так... Хорошо. Про синдром Наполеона я тоже хотела спросить, но вы уже рассказали. Дело в том еще, вот тут синдром Наполеона. Раскольников ведь себя как раз нигде не отождествляет с Наполеоном. Это Раскольникова периодически отождествляют с Наполеоном, причем, так сказать, очень иронически. А Раскольников всегда, как только начинает говорить о Наполеоне, он как раз говорит о дистанции между собой и образцом. Прав пророк, когда ставит батарею, дует вообще вправо, виноват, повинуйся, дрожащая тварь, он все говорит себе в упрек. Потому что пророк-то прав, Наполеон Данович, а он не смог. Может, изначально теория, он поставил себя в один ряд с такими великими деятелями, как Наполеон Бонапарт. Простите, он не поставил себя в один ряд. Изначально тогда для чего пробу-то совершать? Идея пробы, если уж мы только в этом аспекте рассматриваем преступление и наказание, она именно в том, чтобы узнать, он вообще адекватен вот этим или неадекватен. Он даже не предполагал, он хотел проверить, чтобы точно убедиться. Убедился, что нет. И дальше постоянно говорит о разнице между собой, а вы говорите почему-то о том, что Раскольников считает себя Наполеоном, называет себя Наполеоном. Я прямо сказала. Я имею в виду вот именно самое начало романа, когда он хотел проверить. Ну, просто я не очень точно говорю. Вот. Это ведь только малая часть тех вопросов, которые, в принципе, вам можно было бы задать. Вопрос, на самом деле, ключевой, опять-таки, зачем? То есть, в принципе, почти весь ваш доклад свелся к пересказу сюжета пьесы. В принципе, судя по всему, хотели бы анализировать именно ее.
И там, в общем, есть что анализировать, потому что герои не только что-то высказывают, они еще что-то делают. И вообще как-то между собой взаимодействуют, и даже довольно интересно. Пьеса это, конечно, ни по глубине, ни по масштабу с преступлением и наказанием даже близко не сопоставима. Но это не важно. Она все равно как бы с этой пьесой, в принципе, можно работать. Это не совсем плохая литература. Вот. Зачем вам понадобилось вот это вот масштабное сопоставление, в результате чего вы смогли вместо анализа предложить только пересказ? Ну, почему пересказ? Ну, потому что пересказ. Параллели. Понимаете, в чем дело? Параллели. Вот вы ведь отмечаете какие-то детали, которые в том, в другом тексте присутствуют. Даже, допустим, вы правильно это делаете. Но ведь они в одном тексте, в одном контексте. И значит, что-то одно. А в другом тексте, они в другом контексте, значит, что-то совершенно другое. Даже смотрите, когда вы просто героев сопоставляете, уж Соня, да, и Елена Сергеевна, они уж никак не сопоставимы, как только вы всерьез решитесь это сделать. Тем более, да, потом вы делаете вывод, что вот, значит, Елена Сергеевна хотела воспитывать, но ничего ж не получилось, ну, судя по происходящему. Или все-таки что-то получилось. Потому что там таки есть герой, который в последний момент все это, вообще все это, так сказать, выдергивает, так сказать, фундамент или опору, на которую все это опиралось, да, и все рушится. Все это построение, Володь. Это же все интересно. А вы вот все это как бы вынуждены были опустить для того, чтобы сделать вот это совершенно вам лишнее ненужное сопоставление. Если уж там искать достоевские мотивы на основе какого-то реального упоминания Достоевского персонажами, то это тоже надо было делать ведь совсем другим образом. Нужно было отслеживать именно те высказывания, которые герои говорили. Тогда вам надо было к братьям Карамазовым обращаться. Вот. Это тоже просто к методике работы. Вот. Опять-таки, приезжайте, если хотите, к нам на следующий год, и давайте учиться, как это делается. Вот, потому что это можно делать очень интересно, и у вас, по-моему, к этому есть все способности. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Анастасия Аникина, «Старая Русса», «Гоголевские традиции в творчестве Достоевского», «Лужин» и «Чичин». Милостивый государь, мы уже начали. Угу, пожалуйста. В Достоевском современники увидели прямого преемника Гоголя. Некрасов говорит Белинскому о новом Гоголе. Белинский называет Гоголя отцом Достоевского. Исследователи творчества, кстати, отмечают, что гоголевская традиция заметно отражается в первых произведениях писателя. Двойник близок к носу, ни очканированного к портрету. Достоевский сохраняет и в своих произведениях гоголевские имена. Героиню хозяйки, как и страшной мести Катерина. Лакей Галяткина, как и лакей Чичикова, Петрушка. Даже имя матери Раскольникова, Пульхерия Александровна, воспринимается на фоне Пульхерии Ивановны Гоголя, как имя стилизованное. Есть у Достоевского и характер типа Гоголя. Сам Достоевский в 1858 году так пишет о романе «Тысяча душ» Писинского. Есть ли хоть один новый характер, созданный, никогда не являвшийся? Все это уже было и явилось давно у наших писателей-новаторов, особенно у Гоголя. Ярким примером создания гоголевского типа людей в романе «Достоевского преступления и наказания» вполне можно считать господина Ужина Петра Петровича, который очень похож не только внешне, но и внутренне на главного героя поэмы «Гоголя мертвые души» господина Чичикова. Сами имена и фамилия героев говорящие, имя Петр означает «камень», получается «камень каменщиков», абсолютно окаменевший, а «Лужин» от «лужа», если попасть в лужу, последствия всегда неприятны. Фамилия Чичиков происходит от слова «чичик», а именно от глагола «чичкаться», «вянуть». А имя Павел ассоциируется с апостолом Павлом, то есть апостол, который вянет и ведет ко дну. Уже в портретах мы находим много схожих черт между этими двумя героями. Возраст Лужина – 45 лет, а о Чичикове Гоголев говорит, нельзя сказать, чтобы стар, однако же не так, чтобы слишком молод. Внешность героев тоже очень похожа. О Лужине мы знаем, что он довольно приятный наружности, еще может нравиться женщинам. А Чичикове, что он не красавец, но не дурной наружности, не слишком толстый, не слишком тонкий.
Ни Гоголь, ни Достоевский не показывают глаз своих героев, хотя в романе Достоевский подчеркивает замечательные голубые глаза Сони и голубые глаза Свидригайлова с его холодным тяжелым взглядом и прекрасные темные глаза Раскольникова. Для понимания человека у Гоголя и Достоевского очень важную роль играют речевые характеристики героев. Речевая манера Чичикова такова, что со всеми ему удается найти общий язык, что для всех подстроиться. Кому надо, искусно постить, с другими говорить напрямик. Лужин же получает наслаждение от звука собственной речи. Говорит правильно, последовательно, старается показать свою ученость. Речь Лужина нарушена вежливая и высокомерная. Основной прием Гоголя же в описании людей – это прием маски. Маска может служить прежде всего одежда. Маска может служить и подчеркнутая наружность. Чаще, однако, дается маска, заплывшая плотью. Такие интимные прозвища, как «Ах ты мордаша», Чичиков о себе, ее подчеркивает. Этот гоголевский прием мы видим в романе Достоевского, части 5, главы 1. Встав с постели, Петр Петрович тотчас же смотрелся в зеркало. Он опасался, не развелась ли ему за ночь желчь. Однако с этой стороны все было пока место благополучное. И посмотрев на свой благородный, белый и немного ожиревший в последнее время облик, Петр Петрович даже на мгновение утешился. Самолюбование – это то, что вполне объединяет двух героев. Петр Петрович, пробившись из ничтожества, болезненно привык любоваться собором. А в эпизоде сборов Чичикова на бал мы читаем. Целый час ушло только на рассматривание лица в зеркале. В творчестве Гоголя вещь несет на себе отпечаток человека, которой она принадлежит. Поэтому часто неодушевленный предмет и человек сближаются. Одно таким образом помогает понять другое. Вечная деталь обладает способностью одновременно и характеризовать портрет героя, и выражать авторское отношение к ним. Личное окружение может говорить и о психологическом состоянии героя. Достоевский вслед за Гоголем также осознает, что изучая мир вещей, окружающих человека, можно многое понять не только о характере того или иного лица, но и об укладе жизни в целом. Именно этим объясняется избыточная специализация у писателей. В этом смысле становится интересным портрет Петра Петровича Лужина, при встрече с Раскольниковым. Все платье его было только что портного, и все было хорошо, кроме разве только того, что все было слишком много и слишком обличало известную цель. Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и слишком осторожно держал ее в руках. В описании внешнего вида героя, человека солидного, неожиданно появляются уменьшительно ласкательные суффиксы. Хороший летний пиджак, жилетка, галстучек. Этим Достоевский явно подчеркивает искусственность, напыщенность героя, которые усиливаются другими деталями. Привет с населению перчатки он не надевает, а только носит в руках для парада. Щегольскую шляпу он осторожно держит в руках. А четырехкратный лексический повтор слова «слишком» говорит о желании Лужина выдать себя не за того, кто он есть на самом деле. Эту же цель преследовал и Чичиков в поэме «Мертвые души». Лужин и Чичиков похожи не только внешне, но и внутренне. Чичиков живет полностью по заветам отца. Им движет одна страсть – приобретение. Деньги – единственная цель его жизни. Отцовское наставление, а больше всего «береги, копи копейку» – это вещь надежнее всего на свете, запало глубоко в душу. Стремление приобрести копейку, руководившее Чичиковым с раннего детства, превратило в страстную жажду богатства. Любые средства для достижения цели хороши. Чичиков ни во что не верит, кроме денег. Моральные оценки своим действиям он не дает. Может быть, попытка проанализировать свои поступки была однажды после конфискации украденного таможни. Почему же я? Зачем на меня обрушилась беда? Но это, скорее всего, попытка оправдать себя. На пути к цели он совершает предательство по отношению к старому учителю. Но это не смущает его. Деньги для Чичикова важнее судьбы человека, который раньше любил его. Отсутствие нравственных идеалов, страсть наживы убивает главным героем все человеческое, расстреливает его душу. Деловой человек затмевает днем духовного человека. В романе «Преступление и наказание» делом человека прямо назван Лужин. Такое определение появляется уже в письме матери Раскольникова. Лужин показан глазами другого героя. Из письма Гульхи Александровны мы узнаем, как много уже достиг Лужин. Нужен надворный советник, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. В Петербурге его ждут большие дела. Хочет открыть адвокатскую контору. Лужин живет согласно своей экономической теории. Нам тоже говорит, возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Эта теория Лужина вполне может восприниматься как зеркальное отражение теории Раскольникова. Иннокентий Анинский считал, что взаимная неприязнь между Лужиным и Раскольниковым обусловлена именно их внутренним сходством.
от Лужина, если не до самого Раскольникова, то во всяком случае до его Наполеона, до мыслишек-то его, в сущности, рукой подать. Ведь и жертва-то облюбованная, Лужина, да еще какая, и спокойствие-то ему нуждается, и фон сколачивается, и арена расширяется, да и риск есть, и даже до страсти соблазнительный риск. Вы только сообразите, Лужин и Дунечка, куда уж тут родиным статейкам. В этом, конечно, и заключается основание ненависти между Лужиным и Раскольниковым. Не то, чтобы они очень слишком мешали друг другу, а уж сходство через труд того. То есть так отвратительно похожи они и так обидно карикатурят один другого, что хоть плачь. Поступки Лужина отвратительны. Достаточно вспомнить попытку обвинить Соню в воровстве, чтобы скомпрометировать Раскольникова. Соню никаких личных чувств Лужина нет. Она для него только следствие достижения цели. Это теория Лужина в действии. И Чичиков и Лужин – люди одного склада. Безусловно, образ Чичикова гораздо глубже и многограннее образа Лужина. Это обусловлено его значением в поэме и замыслом писателя. Размышляя о двух героях, невольно вспоминаешь гоголевский вопрос. А кто из вас, полного христианского смирения, негласно, а в тишине, один в минуту уйден, беседует с самим собой и глубит во внутрь собственной души? Все тяжелый вопрос. А нет ли во мне какой-нибудь части Чичикова, а я от себя могу добавить или Лужина? Чичикова и Лужина страшны тем, что на первый взгляд и во внешности, и поведении, и даже в цели все благополучно, если бы не их полная бездуховность. Но их идеалы соблазнительны, и за них продается человеческая совесть во все времена, и в наши тоже. Спасибо. Пожалуйста, есть ли вопросы к Анастасии? Анастасия, скажите, пожалуйста, чичкаться в смысле вянуть – это откуда? Я просто не знаю, для меня это вот новость. Мне Владислав подсказал. В интернете нашли ага. В словарях. В каких? Толковый словарь там в Яндексе, словари. Мы искали, честно говоря. Пробовали, нашли несколько там вариантов, но это нам оказалось просто ближе. Там была у нас сначала версия вот это на повторение звуков, чириканье, да? Вот, а потом вот мы все-таки подумали, что вянуть это поближе, наверное, будет. Хотя мы ошибаемся, Татьяна Александровна, может быть. Ага. В общем, нет, просто я такая очень интересно, но совершенно я просто ниоткуда не знал, поэтому интересно откуда. А вот скажите, почему Петра Петровича вы берете значение имени, а Павел, вы просто говорите, что это апостол, а не учитываете значение имени? Павел Малый вообще-то буквально. Не знаю, Павел у меня с апостолом, который сначала... Это понятно, но я же о чем говорю, вы на разных принципах... Ну, просто выбиралась то, что ближе тебя. А, то есть вы каждый раз выбирали из всех возможных вариантов интерпретации имени то, что вам нравится? Да, ну, что ближе мне казалось. Понятно, принцип понятен. Вот. Мне очень понравилось выражение «маска заплывшая плоти». Вот. Скажите, пожалуйста, есть ли еще вопросы? Потом мне сказали, что мы должны торопиться. Есть там, да? Пожалуйста. Да, я бы хотела спросить. Вы все время давали, ну, как бы вот Достоевский, ну, не то чтобы копирует, но продолжает традиции Гоголя. А вот именно о продолжении, о каких-то изменениях в сравнении вы не пробовали посмотреть, чем все-таки отличается? Нет. Что у вас все время вот здесь так и вот здесь так? Нет, не пробовали только вот какие-то, что он брал. Какие-то традиции, опыт. Они предполагают какое-то развитие тенденции. Не пробовали. Нет, не пробовали. Угу. Спасибо большое. У нас, к сожалению, время поджимает. Еще будет что Пожалуйста, Ангелина Тузикова, Санкт-Петербург. «Сон смешного человека. Утопия в утопии». Здравствуйте. Сегодня я хотела бы поговорить о рассказе Федора Михайловича Достоевского «Сон смешного человека». Решившемуся на страшный грех открылась истина. Почему? С чего начинается рассказ «Сон смешного человека»? Рассказчик начинает повествование сразу о том, что он знает истину. Цитата. «О, как тяжело одному знать истину», — конец сказал. Не слишком ли громкое заявление? Читаем дальше и понимаем, что нет, не слишком. Однако давайте вспомним, с чего все началось. Рассказчик называет себя смешным человеком,
пересказывает события того дня, когда он хотел покончить жизнь убийством. Почему он хотел это сделать? Какие обстоятельства могли заставить Георгия Достоевского совершить такое страшное деяние? Причина крылась в том, что смешному человеку все было безразлично. Ему было все равно. Казалось бы, этот человек безнадежен, и душа его окостенела. Но тут Достоевский сталкивал своего героя с маленькой девочкой, в отчаянии зовущей на помощь. Рассказчик не помогает ей, он гоняет ее от себя, как назойливое насекомое. Но с этого момента в его душе что-то шевельнулось. Маленькая девочка – образ страдания общечеловеческих, сколыхнувший почти погибшую душу рассказчика и спасшего. Цитата. «Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь, наверное. И уж, конечно, бы застрелился, если бы не та девочка». Конец цитаты. Его Достоевского чувствует, что что-то в нем перевернулось, и в нем зарождается способность чувствовать. Цитаты. «Если я уже решил, что в эту ночь с собой покончу, то, стало быть, мне все на свете должно было стать теперь все равно. А чего же я вдруг почувствовал, что мне не все равно, я жалею девочку». Конец цитаты. Как уже было сказано выше, образ девочки является олицетворением общечеловеческого страдания. Все человечество взывало о помощи, а рассказчик не пожелал выслушать. Пусть крик несчастной девочки не достиг ушей героя Достоевского, но он смог достичь его души, расшевелить ее, спасти и дать толчок тому самому осознанию истины. Цитата. «Револьвер лежал уже передо мной, и я всем существом моим знал, что это будет наверное. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив, не болезнь. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдавил быстро». Конец цитаты. Вообще, Федор Михайлович очень часто использует образ ребенка в своих произведениях. И дети в романах и рассказах Достоевского часто, если не всегда, страдают. Стоит вспомнить, например, эпизод из романа «Преступление и наказание», когда Родион Раскольников спас от преследователя пьяную девочку, или обратиться к семье Мармеладовой, где несчастные дети вынуждены были голодать и терпеть побои матери. Также и в рассказе «Солнечного человека» маленькая девочка страдает. Цитата. «Дети делают нас лучше одним только соприкосновением с нами. Они очеловечивают нашу душу своим присутствием». Когда-то писал Достоевский, и это высказывание как нельзя лучше отражает одну из основных мыслей рассказа. Далее мы читаем и узнаем, что герой видит сон, который, собственно, дал название рассказа. Поначалу рассказчик видит утопический мир, райские края, Эдем, где люди живут в согласии с природой, где люди далеки от земных страстей, а не выше этого. Цитата. «Ой, я точно же при первом взгляде на их лица понял все-все. Это была земля, неоскверненная грехопадением. На ней жили люди, не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили по преданиям всего человечества и наши, согрешившие прародители. Стоит только разница, что вся земля была повсюду одним и тем же раем. Идеальный мир, не правда ли? Но если вдуматься, этим жителям ничего в жизни не нужно. Они ни о чем не задумываются, ни о чем не беспокоятся». Цитата. «Они не желали ничего и были спокойны. Они не стремились к познанию жизни, так как мы стремились к сознанию, потому что жизнь была восполнена. Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки. Ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится осознать ее, чтобы научить других жить. Они же и без науки знали, как им жить, и это я понял. Это не мог понять их знания». Конец цитаты. Равнодушные к новым знаниям, счастливые тем, что у них имеется, эти люди являются обитателями идеального мира. Но если так подумать, они же безликие. У этих людей нет индивидуальности, нет таких понятий, как хорошо или плохо, правильно или неправильно. Потому что они не отличаются друг от друга, потому что им не с чем сравнивать. Напоминает антиутопию, не так ли? Далее герой Достоевского говорит, что он развратил тех людей. Цитата. «Да-да, кончилось тем, что я развратил их всех. Как это могло совершиться, не знаю, не помню ясно. Знаю только, что причиной грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целое государство, так и я заразил собой всю эту счастливую, внешнюю от меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь, познали красоту лжи. Ой, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры. В самом деле, может быть, и с Адама, но этот Адам лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро вдруг сладострастие породило ревность и жестокость. О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь. Они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд, и стыд из их добродетель. И вот понятие чести в каждом союзе поднялось свое знание. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Конец этажа. Выходит, как только люди осознают свою индивидуальность, как только они понимают, что есть хорошо, а есть плохо, у них зарождается эгоизм, ревность. Но ужасно появление не только отрицательных, но и положительных понятий и качеств. С
Вспомните, ведь когда в утопическом мире царила идиллия, не было таких понятий, как честь и добродетель. А их появление означает, что вместе с ними родились понятия бесчестия и жестокости. Невозможен свет без тени. Возможно, к этому и было застоящее. Но вернемся к скверной трехине, к этому чуму, заражающей целый сюжет. Вспомним роман Федора Михайловича «Преступление и наказание», точнее, последний упомянутый в романе «Сон» Родиона Раскольникова. Цитата. «Ему грезилась болезнь, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной неслыханной, невиданной моровой язвы. Появились какие-то новые трехины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считают безраженными. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, а что добром». Конец цитаты. Как видно, та же самая картина. С одного пустяка началась страшная катастрофа, поглотившая умы людей, приведшая к апокалипсису. Как мы помним, Раскольников был автором статьи, которая изложила основные положения своей теории. По сне он увидел, какое отражение последствий этой теории, а точнее того, что бы случилось, если бы каждый человек действовал только из собственных побуждений, считая свои идеи неправильными. Во сне смешного человека мы читаем примерно то же. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувств, сознание жизни выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание закона счастья выше счастья. Вот что говорили они, и после просто этих каждый возлюбил себя больше всех. Да и не могли они иначе сделать. Делось рабство, делось даже добровольное рабство. Слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им добиться еще слабейших, чем они сами. Опять слышатся отголоски теории о высших и сильнейших. И вот Лев Достоевского просыпается. Он говорит о том, что будет проповедовать. Проповедовать истину, которую он видел. И о ценности жизни, и об опасности сознания своего «я». И о разрушающей силе эгоизма, и о губительной силе теории о высших и сильнейших. Смешной человек будет вносить те идеи для человеческих умов, чтобы люди не совершали роковых ошибок, чтобы человечество больше не звало в отчаянии на помощь. Цитата. «А ту маленькую девочку я отыскал. И пойду. И пойду». Пожалуйста, есть ли вопросы к Ангелине? Катя. Вы говорили, действительно счастливы они, да? Пока вы говорили об этом райском мире. Ну, да, тут я говорила, что они все не отчасти друг от друга, не отчаиваются. Да, у меня по этому поводу вопроса, потому что этим летом тоже мы друг об этом мучились, Виталий, над этим текстом. То есть почему? Правда, часто читателя, вот эта картина райского, то есть у нас есть такое ощущение, что что-то не то. Но почему мы всегда связываем такое ощущение, которое есть у нас, как оценка, которая на самом деле Достоевский не дает? То есть он не говорит, что это антиутопия. Вы и так говорите, да, вот это время, что это похоже на антиутопию. Ну, просто если подумать, вспомните антиутопические романы, там тоже люди не имеют личности. Они тоже как одна большая сиромас, только там они несчастливы, а здесь они счастливы и больше не нужны. А вы уверены, что они говорят тогда об обозначении? Ну, я не знаю, я антиутопия и я немного, что они говорят об одном и том же, просто схожи в этом. То есть идеальный мир заключается в том, что люди отчасти друг от друга. И не идеальный тоже, но это тоже. Может быть, это разное сходство? Вы сказали слово «безликий», а вот в тексте вы его не найдете. Там наоборот сказано как раз о прекрасных лицах этих людей. И о том, как он их обожал, и как он вообще смотрел на них бесконечно. Я говорю не о физических лицах, а о духовных лицах. А так он, в общем, тоже говорит не о физических лицах, а о духовных лицах. Вот, да, это вот то, что мы сейчас видели. Вы знаете, что это как бы какой-то принцип работы с текстом? Тоже очень интересно вот то, что вы сделали, потому что вы очень как бы приводили цитаты, и это создает видимость внимания к тексту и анализу, да? А на самом деле вы одновременно привносите в текст другой принцип,
принцип другого текста. Все, говорите, это похоже на, это отчасти напоминает какой-то там чем-то, да, какой-то деталь, каким-то поворотом сон Раскольникова. Это отчасти, или это вообще чем-то напомнило мне антиутопию. И, а дальше вы вносите принцип сна Раскольникова в анализ сна смешного человека. Принцип антиутопии в анализ сна смешного человека. И начинаете анализировать текст, который перед вами находится и требует вообще-то рассмотрения себя в своей целостности на основании того текста, который вам пришел в голову для сравнения. И вы видите уже сходство, даже если там на самом деле каждая деталь значит что-то другое. А различий вы не видите, потому что вы внесли другой принцип, так и не выяснив принципы этого текста. Вообще, ваша попытка заслуживает всяческого всемерного одобрения, потому что это действительно ключевой текст Достоевского «Сон смешного человека». Вот. И у меня просто вот к вам предложение. Вы попробуйте перечитать его, а может и не раз, благо он маленький, забыв о том, что есть вот эти вот антиутопии, вот этот вот сон Раскольникова. Потому что почему-то же Достоевский решил вот это, написав сон Раскольникова там где-то, да, почему-то он решил написать вот этот сон совершенно в другой ситуации, совершенно вдруг, кстати, очень полезно прочитать в составе чего этот сон смешного человека вышел. А он же выходил в дневнике писателя в окружении определенных материалов. И там чрезвычайно интересно, в окружении каких материалов он находится. Вот, я думаю, что вот если вы попробуете сейчас, вот после того, что вы уже проделали, исходя именно от своих недоумений, своего неприятия вот этих вот моментов, попробовать теперь посмотреть, как это видится Достоевскому, опираясь на то, что он включает это в дневник писателя хотя бы с определенными материалами, там прям прямые подсказки содержатся, как видит сон. Вот, я думаю, вы сделаете вообще очень интересную работу. Спасибо вам большое. Так, пожалуйста, Яна Вдовина, Сусолова. «Трагическая жизнь, утверждающая в рассказе Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Рассказ «Мальчик у Христа на елке»? Господа, мы уже начали. Это произведение можно отнести к жанру, так называемых «Старочных рассказов». Традиция жанра состоит в том, чтобы напомнить святого праздника Рождества Христова, чтобы видеть добрые чувства в душах людей. Обычно святочные рассказы непременно заканчиваются счастливым концом. Но в рассказе «Мальчик у Христа на елке» писатель отступает от традиции. Его маленький безымянный герой не получает рождественского подарка от окружающих людей, а находит счастье у поклеивания на елке Христа, то есть в Царстве Небесном. В самом начале произведения автор пишет, что рассказывает выдуманную историю. Цитата. «Ведь я сам знаю, наверное, что сочинил, но мне все мерещится, что где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз на кухне Рождества, в каком-то огромном городе, и ужасный мороз». И в дальнейшем повествовании Достоевский подчеркивает, что на самом деле этой истории не было, она будто бы приснилась писателю. Цитата. «Мерещится мне, был в городе мальчик, но еще очень маленький, лет 6 или даже менее. Этот мальчик проснулся утром, в сыром и холодном подвале. Одет был в какой-то халатик и дрожал, ему очень хотелось кушать». Конец цитаты. Однако ребенку накормить некому. Цитата. «Напиться-то он где-то достал синяк, но корочки нигде не нашел, и в раз десятый уже подходил разбить свою маму. Шутка стала ему. Наконец, в темноте давно уже начался вечер, а наконец зажигали. Ощупав лицо мамы, он поделился, что он со всеми двигается, стала такая же холодная, как стена». Конец цитаты. Но он еще не понимает, что мама умерла, так как он еще не верит, что такое смерть. Он только чувствует, что она даст ему еды. Мальчик решает, что ей просто очень холодно. Тогда он вначале уходит на улицу, где сильный мороз. Цитата. «Господи, так хочется поесть, хотя бы кусочек какой-нибудь», — тщетно мечтает малыш. И так больно стало вдруг мальчиком. Конец цитаты. Он выходит на улицу, и страшный город обрушивается на него. Одиночество, боль, бесконечный холод — вот что чувствует малыш. Его никто не замечает, некому позаботиться о нем, никому он не нужен. Меня прошло бы сильный порядка, я отвернулся, чтобы не быть мальчиком. Шум и света Петербурга не мешают ребенку увидеть нечто прекрасное. Жители города готовятся встретить их Рождеством. Мальчик со сроком взглядывает сквозь оконные стекла рождественские елки, наряды детей, куколок. Мальчик радуется всему увиденному, смеется и на время забывает о всех своих горестях, о том, что продрог и совсем оголодал. Вот мы нашли по домам домов. Цитата. «Большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка. Это елка. А на елке столько огней, столько золотых бумажек и яблоков.
а кругом тут же куколки, маленькие лошадки, а вокруг тебе будут дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Конец стадом. В рождественские дни в России принято помогать бедным и обездоленным. Эти традиции придерживаются от открытия всех своих общества. Но замерзающие малыши в улице большого города не встречаются в чувстве. Праздничная рождественская елка и веселые огоньки, висящиеся беспечные люди. Все это противопоставлено одинокому, забытому всеми ребенку. Нарядом чистеньким детям нет никакого дела для голодного замерзающего мальчика. А тут еще ему ночь незаслуженную обиду. Большой злой мальчик стоял подле, и вдруг треснул его по голове. Сорвал картуз, а сам снизу подал ему ножкой. Покатился мальчик на землю. Тут закричали, обомлел он, вскочил и бежал, бежал. И вдруг забежал сам не знает куда, под бороги, не чужой двор. И присел за травами. Тут не слышит, да и темно. С этого момента и тон, и основка рассказа меняется. Смерть приходит к ребенку очень тихо. Он даже не осознает, что умирает. Наконец-то после долгих мук ему остается тепло и хорошо. Сам Иисус Христос идет его в свою обитель. Одиночество закончилось. Теперь мальчик стоит среди детей. Таких же несчастных при жизни, таких же счастливых после нее. Там же находится его мама, которая, пройдя путь земных страданий и лишений, удостоилась в эти царства небесные. В чужом дворе ребенок нашел успокоение. Цитата. «Пойдем-ка на елку, мальчик», – прошептала вдруг тихий голос. Он подумал, было, что это все его мама. Но нет, не она. Кто же его-то его позвал? Он не видит. Но кто-то глуз от них и обнял его в темноте. А он протянул ему руку. И вдруг, о, какой свет! О, какая елка! Да не елка эта! Он не видал, что их деревьев, где это он теперь, все блестит, все сияет, кругом все куколки. Но нет, это все мальчики и девочки, все такие светлые. Все не кружатся около него, летают все. Все от него целуют, берут его, несут с собой, да и сам он летит. И видит, он смотрит его маму и смеется на него радостно. Мы догадываемся, что это Христос призвал себе малыша, малыша. Цитата. У Христа всегда в один елка для маленьких деточек, которые сами на своей елке. Конец цитаты. Мы понимаем, что бедный сиротка умер от холода и голода, что его душа отлетела в мир иной. Там он увидел таких же, как он сам, детей. Цитата. Мальчики эти девочки, все были все такие же, как он, дети. Но одни замерзли в своих корзинах, у которых их подкрепленались дверями петербургских чиновников. Другие задохлись в чухонг, вот читать воспитательным удобным покровлением. Третьи умерли в усохших груди своих матерей во время самарского голода. Четвертый задохлись в вагонах третьего класса, вот смраду. И все это они теперь здесь. Все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их. Выставляет к нему руки и благословляет их. Конец цитаты. А земной жизни на утро. И на утро дворник нашли маленький трубик, забежавшего и замерзшего здоровья мальчика. Рассказ заканчивается авторским объяснением с читателями. И зачем же скинул такую историю? Мне все кажется, мерещится, что все это где-то могло случиться действительно. То есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там белку креста, уже не знаю, что вам сказать, могло ли это случиться или нет, но то я и роман, что буду думать. В этих последних словах заключена горькая ирония писателя. Он отвечает общество, бросающее на солнце 50 и сотни сейчас маленьких детей, лишенных родительской заботы. И только Христос может утешить и вести за собой в Царство Небесное. Смерть этого ребенка от голода и холода – преступление всего общества. Виноваты и старуха в подвале, и полицейские, и садовщица в кондитерской, другой мальчик, который ударил нашего героя, сорвал с него картуз. Доследствие как раз подчеркивает, что это вынос вполне реален. К тому же случай не единичный. В мелоку Христа маленький герой встречает много мальчиков и девочек, чьи судьбы загублены равнодушием взрослых. Достоевский говорит о том, что на земле дети могут быть несчастны, одиноки. Но если они будут чистой душой и наподобие со жестоким взрослым, то станут ангелами Христовыми. Это и произошло с маленьким героем рассказа «Мальчик кушается на елке». Финал рассказа мне показался и трагическим, и счастливым. Ведь мальчик умер, но с другой стороны он попал на елку. Почувствовал себя счастливым. Только здесь обладает атмосфера любви, тепла, обретают дом, где его любят и понимают. Гибель маленького мальчика показана на первый взгляд как благо. Мальчик избавлен от страданий. Смерть казалась более милосердной к нему, чем живые люди. Мальчик умер. Спокойным и счастливым. Таким образом, в финале рассказа происходит чудо. Авторская позиция отчетливо выражена в этом рассказе. «Если мир нет любви и страдания, то не сможет справиться дети», — говорит Достоевский. Детские слезы воспринимаются читателями как результат неправильной греховной жизни взрослых. Только жанр всяческого рассказа позволяет нам приподняться на будильность, снять мир чудесного, дополнить на доброте и милосердие. И потокончим. Пожалуйста, есть ли вопросы к Яне? Пожалуйста, Софья. А что вы понимаете по словам жизнеутверждающие мотивы? У вас так получилось, что... Хорошо, что он умер, поэтому рассказ жизнеутверждающий. Да. Уже после жизни. Почему тогда не жизнеутверждающий? То у вас тут в конце с концами не сошлись.
Вам вопрос понятен? Нет. Но вы говорите, что как бы, в общем, хорошо, что он умер, потому что после смерти вот все эти прекрасные вещи произошли, а поэтому рассказ жизнеутверждающий. То есть хорошо, что умер, а по идее это утверждает как бы смерть, да, то есть что в смерти уже все хорошо. Вот. А вы говорите, что он жизнеутверждающий. Не понимаете? Окей. Скажите, пожалуйста, тогда еще один вопрос маленький. А вы не заметили там, что концовка двойная в рассказе? Он с одной стороны, да, там, а с другой стороны, вот трупик нашли за дровами, да? Вот. Это никак не учитывается в вашей трактовке. В трупика не нашлось места. Спасибо вам большое. Пожалуйста, Ксения Егорова, «Великий Новгород. Белые ночи в рисунках Добужинского». Что? Конечно, да. Да-да. Пространство города, а утро начинается похожая иллюстрация, но дано через сно.
цитата. «Шел дождь, и уныло стучало мои стекла. В комнате было темно, на дворе пасмурно. Дождь у нас не ассоциируется со слезами главного героя». Иллюстрации по счету 13-15 посвящены Екатерининскому каналу, возле которого так часто прогуливался мечтатель, где он впервые встретил Настеньку. Выполнены они по большей степени светлых тонах, поскольку это место, где главный герой цитата был частый посвоил, который теперь он счастлив посещать. Самой яркой манией иллюстрации является последняя концовка. С первого взгляда она не выражает ничего необычного. Слово «конец» выполнено с той же техникой картографии, что и остальные рисунки. Однако, присмотревшись, можно различить буквы, процарапанные белой линией поверх черной туши. «Помните и любите вашу Настеньку». Этими словами завершается письмо, адресованное мечтателю. Обманутый своими же мечтами и надеждами, главный герой не принимает свое прежнее существование. Ему мало воображаемой жизни. Он уже был готов к реальной. Однако средств к ней уже не имел. Это конец не только повести, но и конец новой жизни, подаренной Настеньке. Но мечтатель теперь счастлив. Он благодарен девушке и всегда будет помнить и любить ее. Переходя к крупным иллюстрациям, стоит отметить, что всего их 8. Одна в первой ночи, три по второй, одна в третьей, две в четвертой, одна в главе утра. На 6 из них изображен городской пейзаж, Петербург белой ночью. Все иллюстрации находят свое подтверждение в тексте. Ночь первая. Изображение представлено на слайде. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина, облокотившись на решетку. Она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Очевидно, что на иллюстрации изображена Настенька, главная героиня повести. Она нарисована со спины. Ее эмоциональное состояние можно понять не только по позе, скрещенным рукам и опущенной голове, но и по пейзажу, который разворачивается перед ней. Рисунок выполнен в черных тонах, только чуть волнуемая водная гладь канала задает его лирическое настроение. Светлая грусть Настеньки, ожидающей возлюбленного, подчеркивается изображенным возле канала большим белым домом, который символизирует ее мечту, быть рядом с тем, кого она любит. Сразу за ним расположен высокий угловатый дом с решетчатым окном, отражающим нарастающую тревогу главной героини, с сомнением в том, что ожидаемая встреча произойдет. Ночь вторая. Иллюстрация посвящена главному герою, мечтателю. Она рассказывает всю его жизнь, противоречивость судьбы, показывает одну из многих прогулок по Петербургу. Небо, уходящее в плоскость листа, изрезано черными тучами, как его безграничное воображение расколото реальностью. Маленький деревянный домик будто сдавливается огромными каменными домами. Так же, как и герой, маленький человек существует в этом мире. Герой по-своему счастлив находиться в этом месте. Основу его жизни составляют прогулки по ночному городу. Они дают ему силы жить. Цитата. «Я люблю теперь припоминать и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему. Люблю построить свое настоящее под склад уже безвозвратно к прошедшему. И часто брожу, как тень, без нужды и без цели. Унылые грусты по петербургским закоулкам и улицам». Именно в такой момент Добужинский выразил мечтателя. На следующем рисунке изображен канал, возле которого любил прохаживаться главный герой. Это место, где мечтатель впервые увидел Настеньку. Иллюстрация полностью созвучна с предыдущей, является ее продолжением. На ней преобладает белый цвет, акцент на теплые воспоминания. Цитата. «По этому же тротуару бродил так же уныло, как и теперь. И припоминаю, что прежде было наилучше, но все как-то чувствую, что будто легче и покойнее было жить». Именно легкость и спокойствие передают плавные линии, спокойная речная гладь и далекий силуэт влюбленных. Следующая иллюстрация посвящена истории Настеньки, рассказанной ею мечтателем. Речь идет об объяснении Настеньки жильца. Она поднялась в комнату к нему, зная, что он должен был уехать из ее дома. Настенька собиралась бежать вместе с ним, но он сказал ей, что Петя не может сейчас жениться, но когда вернется через год, они обязательно будут вместе. Это одно из двух изображений, на котором показан не городской пейзаж, а домашний интерьер. Рисунок очень темный. На черном фоне прорисованы тонкие белые линии света от окна. Они очерчивают внутреннее состояние помещения, почти собранные чемоданы, стоящие над ним жильца, плачущую Настеньку. Цвет подчеркивает терапизм момента. Фигуры героя даны крупным планом, а это подчеркивает отличие мировоззрения Настеньки от позиции мечтателя. Ночь третья. На рисунке изображен дождливый Петербург. По преобладанию черных тонов становится очевидно, что подчеркивает он душевные терзания главного героя. Мечтатель, влюбленный в Настеньку, уже понимает, что она не любит его, но внутренняя сила позволяет ему держаться при ней и даже помогать найти того, кого девушка там ждет. Когда главный герой остался один, он отправился бродить по городу. Цитата. «Я был там, сидел на нашей скамейке. Я было пошел бы в переулок, но мне стало стыдно, и я воротился». Мечтатель чувствует себя безмерно одиноким. Он мучит себя догадками, что, цитата, «они уже вместе». Ну и четвертое. На рисунке изображена отчаявшаяся ждать Настеньку и утешающий ее мечтатель. «Я его не знаю, я не люблю его больше», — она не договорила. «Успокойтесь, успокойтесь, сядьте здесь, Настенька, я усаживаю на скамейку».
во время этого разговора девушка говорит, что ее любовь была обманом, что теперь она готова выйти замуж за мечтателя. Ведь он любит ее и никогда не поступил бы с ней так. Настенька предлагает им жить вместе у ее бабушки и говорит, что они будут счастливы. Мечтатель счастлив. Пейзаж условий поделен на черную нижнюю и белую верхнюю половину. Символизирует эту тоску главной героини и возможность новой жизни. Неожиданно появляется тот самый жилец. Настенька бросается к нему. Этот момент также находит свое отражение в тексте. Боже, какой крик, как она вздрогнула, как она вырвалась из рук моих и порхнула к ним навстречу. Я стояла, смотрела на них, как убитую. На рисунке появляется динамика. Фигурка Настеньки летит по излюбленному. Несмотря на трагический момент для мечтателя, рисунок выполнен в светлых тонах. Это объясняется тем, что долгое ожидание Настеньки было оправдано. Она встретила своего возлюбленного, и он также любит ее, как и год назад. Глава утра. Наиболее ярко роль городского пейзажа замечена в простом крупном рисунке романа. Последний крупный рисунок романа. Огромное окно, рядом с которым стоит маленький мечтатель, наблюдающий дождливый Петербург. Герой остро переживает свое горе. Подобное его состояние передает пейзаж за окном. Цитата. «Не зная чего, когда я выглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одолел и посусти на свою очередь. Что штукатурка на колоннах облупилась и отсыпалась, что карнизы почернели и растрескались, из темно-желтого яркого света стали бедные. Или луч солнца внезапно выглянул за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих. Именно лучом солнца, внезапно выглянувшим за тучи, спрятавшимся под дождевым облаком, была Настенька для мечтателя. Острота и глубина его чувств мастерски передана Дубужинским ударом иллюстрации. Герой желает Настеньке счастья, он благодарен ей за целую минуту блаженства. Цитата, да разве мало этого, хоть бы и на всю жизнь человеческую? Особо подчеркнута на рисунке разница между замкнутым пространством комнаты и городской улицей. Там жизнь свет, здесь темнота и голые стены. Исследователь Чугуновской книги о творчестве Дубужинского говорит о том, что художникам игнорируется фабула повести, и место персонажа занимает городской пейзаж. Это не совсем верное утверждение, если совсем неверное. Поскольку даже если некоторые детали опускаются или изображаются незначительными, каждый рисунок отражает то или иное событие, происходившее в тексте. Это подтверждается приведенными ранее цитатами из романа. Определенно не все иллюстрации одинаково узнаваемые. Проведенный опрос среди читателей «Белых ночей» показал, что из 10 опрошенных человек только 4 верно смогли соотнести все изображения глав, в которых они помещены. На представленном на слайде диаграмме видно, что из 100% опрошенных определили правильную иллюстрацию в первой ночи 100% человек, так же, как и по второй, четвертой главе утра. 9 из 10 человек верно указали связь с соответствующей главой четвертой иллюстрации, 7, 5, 6, 6, 4, 3. Черта, которая послужила основой единства настроения повести и иллюстрации, одинаковое отношение к Петербургу писателя и художника, стремление наделить его духовным мистическим началом. В исследованиях как Чугунова, так и Розенталя описываются не все иллюстрации, конкретно у Чугунова 4 подробно крупные, упоминается еще одно, и небольших изображений практически нет упоминаний. У Розентали 3 больших рисунка и 2 концовки. Остальные иллюстрации незаслуженно опускаются, хотя имеют не меньшее значение и отчетливо раскрывают образ Петербурга Достоевского и Петербурга Дубужинского. По мнению исследователей, работа художника над «Белыми ночами» – вершина его творчества. Ксения, простите, пожалуйста, а у вас уже перебор одной минуты. Отлично. Эти иллюстрации не забываются, они прошли проверку временем и до сих пор обладают большой силой эмоционального воздействия. Значит, Татьяна. Пожалуйста, есть ли Ксении вопросы? Спасибо большое. А, пожалуйста, Александра Ильина, «Старая Русса». Мотив гордости в романе «Преступление и наказание» о воспитании в семье Раскольников. Вчера еще нам анонсировали этот доклад на круглом столе, и мы его с нетерпением ждем с тех пор. Гордыня – это начало горе. Господа, мы уже начали. Всякого греха и всякого беззакония. На первой ступени гордости стоит тот человек, который, обладая какими-нибудь из этих плат, не признает, что он получил их от Бога, а считает, что имеет их сам себе естественным образом. Вторая ступень гордости, когда человек признает, что эти блага даны ему не от Бога, но не даром, а потому что они полагаются ему как якобы достойному того. Третья ступень гордости, когда кто-либо думает, что он имеет какие-нибудь дарования, которых у него, однако, нет. Четвертая ступень гордости, когда кто-либо порочит других и хочет быть почитаемым всеми, как более достойными, нежели они. Пятая и последняя ступень гордости, когда человек доходит до того, что порочит священные законы и не подчиняется им так, как предписаны святые отцы.
черновиках Достоевский пишет. Его образ выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея – взять во власть это общество. Деспотизм – его черта. Она идет ему напротив. «Ты знаешь, как я люблю тебя, ты один у нас, у меня любви, это наше все, вся надежда, упование наше. Уповать можно на Бога. Это надежда на Божью помощь. Следовательно, мать, говоря упование наше, ставит своего сына Родиона Раскольникова на место Бога. Она преувеличивает его значение в семье. Ты, пожалуй, бы все бросила хоть пешком, а пришел бы к нам, потому я и характер, и чувства твои знаю, и ты бы не дал обидеть сестру свою. О каком характере идет речь? О решительном или о гордом? В этом же письме мы узнаем о характере Дуни. Знаешь, как она умна и с каким-то родным характером. Дунечка многое может сносить и даже в самых крайних случаях найти себе столько великодушия, чтобы не потерять своей твердости. Дунечка же была тверже меня, если бы ты видел, как она все переносила и меня же утешала и ободряла. Она ангел. Ангел – это духовное бесплотное существо, сообщающее волю Бога и обладающее сверхъестественными возможностями. Эта девушка твердая, благоразумная, терпеливая, великодушная, хотя и с пылким сердцем, что ее хорошо не изучила. Из письма мы узнаем, что Дуня пребывала в том же состоянии, что и ее брат. Она тоже создает свою идею и твердо уверена в ней, берет на себя божественную функцию, сохраняя жизнь своего брата. Но ни о чем, кроме этого, теперь и не думает. Она теперь уже несколько дней просто в каком-то жару и составила уже целый проект о том, что впоследствии это может быть товарищем и даже компаньоном Петра Петровича по утяжным занятиям. Тем более, что ты сам на юридическом факультете. Но я твердо уверена, что достигнет всего своим добром, влиянием на будущего своего мужа. И в этом она уверена. А заканчивается письмо той же фразы. Она ангел, а ты родина. Ты у нас все, вся надежда наша и все упование. Если бы только ты счастлив, и мы будем счастливы. В конце письма мы увидим сомнение или даже уверенность в том, что сын ее посетила модное везерие. Нигилизм, полное отрицание всего, полный скептизм. После прочитанного письма лицо искривлено судорогой, и женщина улыбка изменилась на его губах. Это лицо гордыни, которое взыграло в нем. Ведь он не хочет, чтобы ради него жертвовали. Пульхерия Раскольникова сотворила для себя кумира, поставила Родиона на первое место, а Бога на второе. И о Боге она вспоминает лишь в конце письма. Кажется, что формально. Письмо матери его измучило, но относительно главнейшего капитального пункта сомнений в нем не было ни на минуту, даже в то еще время, как он читал письмо. Главнейшее суть дела была решена в его голове и решена окончательно. Раскольников решает судьбу своей сестры и, ухмыляясь и злобно торжествуя, заранее успев своего решения, уверен, что никто ему не будет противиться. На какую ступень его поставили, на такой он себя и чувствует. Думаю, что теперь уж разорвать нельзя, а посмотрим, нельзя или нельзя. Он обвиняет и мать, и сестру в хитрости и неискренности, и сам же выделяет такое качество, как неумение принимать друг друга. В семье нет откровенности. Затем осуждает мать неумение обдумывать финансовые расходы. Да и мамаша-то чего ж, однако, крутит. В какой-то момент приходит сравнивая мать со старухой, с чем она в Петербурге явится. Тремя целковыми, а с двумя билетиками, как говорит та старуха. В третьей главе Раскольников признается, что он ненавидит своих родных, мать, Дунь, и даже сравнивает над собой. Мать, сестра, как любил я их, а чего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу носить. Да, вечер я подошел и поцеловал мать, я помню, обнимать и думать, что если бы она узнала, то разве сказать ей тогда, от меня это останется. Она должна быть такая же, как и я. «О, милые несправедливые сердца!» – эта фраза относится к Дуне и к матери. И несправедливость он видит именно в том, что за него решили его судьбу. Он не хочет, чтобы жертвы выбирали его, ему не позволяет этого гордыня. В сцене с пьяной девушкой он пытается примерить на себя божественную роль, хочет вершить ее судьбу, помочь ей. Но гордыня берет свое. 20 копеек мои у нее, злобно проговорил Раскольников, оставшись один. Ну пусть и с того же возьмет, да и пусть с ним девочку. Так, тем и кончится. И чего я ввязался тут помогать? Ну, мне помогать. Имею я право помогать. Да пусть их перевладают друг друга живьем. Нет чего. И как я смел отдать эти 20 копеек? Разве они мои? Не веря Богу, Раскольников восклицает. Господи, покажи мне путь мой. И отрекаюсь от этой проклятой моей мечты. Ведь все, что было до этого, это было от лукавого. Чары, колдовство, обаяние, наваждение. И он оказывается на Сенной площади. Но приводит туда его не Бог, а бесовская гордыня. И дальше Раскольников будет признаваться в своей вере. Он бросился стремглав на топор и вытащил из-под лавки, где лежал между двумя поленами. Тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карман и вышел из дворницкой. Никто не заметил. Не рассудок, так бес, подумал он, странно усмехаясь. Поэтому и бес бросает старухи на ночь. В начале романа дается описание каморки Родиона Раскольникова. Она такая же тесная и душная, как его душа. Каморка его приходилась под самую кровлю высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру.
Это была крошечная клетушка, шагавшая длиной, имевшая самый жалкий вид со всеми желтенькими пыльными и всю доставшуюся от стены обоями. И до этого того низко, что чуть-чуть высокому человеку становилось не жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. А в конце романа Родион отправляется на широкий берег и после этого отказывается от своей идеи. Пройдена параллель, когда душа героя мелкой гадкой позже становится широкой и просторной. Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенную сарая ребенок и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность, с дальнего другого берега чуть слышно доносились песни. Там, вопреки солнцем, в необозримой степи, чуть приметными точками тянулись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы самое время остановились, точно не прошли еще века Авраама и Статуа. Раскольников воскрешается, обновляется, он идет вопреки своей гордости. Хотя даже татаржанам он не нравился. Его же самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть. Почему? Он ходил в церковь молиться вместе с другими. «Ты безбожный, ты в Бога не веруешь», — кричали ему. «Убить тебя надо», — он молчал и не возражал им. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Но тут уж начинается новая история. История постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новой, доселе совершенно неведомой действительностью. Пожалуйста, Ирина Николаевна. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, а вот после того, как Раскольников говорит о том, что ненавидит свою мать, он так вот он и остался в ненависти. Или там все-таки в романе были какие-то сцены искренности, любви между ними уже после убийства? Не могли бы вспомнить? А не думать не надо, надо по тексту посмотреть. По тексту. Вот помните, там были какие-то моменты, когда... Это вот, другое действие. Да, вот смотрите, вот здесь он говорит, да, вот он ненавижу и там вот. А были ли потом в романе моменты, когда были вот, была такая сцена любви очень искренней? Не помните вы эту сцену, нет? Нет? Или да? Вы посмотрите, там, понимаете, там есть сцена вот просто искренней любви и понимания этих двух людей уже после того, как он тут вот говорит, что он ненавидит. У них в семье не было откровенности. Как это? Это вы так вот решили, что не было? Нет, Раскольников, он даже не хотел рассказывать о преступлении своей матери. Действительно, а сразу вашей своей рассказали. Нет, она как бы удивительная история. Она об этом же говорила. Тоже то, что она догадывается, она из-за этого скажет. Александра, скажите, пожалуйста, а вот откровенность, это значит, вот пошел, убил, мамочке рассказал, да? Нет. А в чем откровенность тогда? Вот как вы понимаете тогда откровенность? Потому что я так понимаю, что вы сказали, что не было, потому что вы понимаете под откровенностью что-то такое. Вот, ну, как я, например, откровенность не понимаю. Вот что вы понимаете под словом откровенность? Когда все рассказываешь? Или что? Ты когда все рассказываешь, да? Ну, все понятно. Спасибо. Все рассказываешь, а Соня-то открывается, матери-то не открывается. Разница-то есть. И здесь есть смысл. Можно еще реплику просто? Давайте. Просто в русском языке есть два слова – гордость и гордыня. Вот у вас это идет как одно и то же. На самом деле все-таки разница. У вас там все время гордость, гордость, хотя речь-то, наверное, должна идти о гордыне. Гордость – это чувство собственного достоинства, а гордыня – это уже непомерная гордость. То есть... Ну, понятно, но в вашем-то тексте и то, и другое употребляется применительно к Раскольникову. Пожалуйста. У меня еще вопрос. У вас там был момент, что... Господа, я напоминаю, разговаривает один человек в зале. Вы как-то никак не можете понять этого принципа. Извините. Когда Раскольников обращается к Богу с молитвой, а потом вы говорите, что он оказывается насеной, но насеную его ведет бесовская гордыня. Вот там. Была, да, такая. была. Да? А вы, может, я что-то не понимаю, но а там гордыня его привела на сильную разу? Вот это.
Так, надо почитать «Преступление и наказание». Второй, третий. Это так здорово его читать. Да, и умозаключения, которые вы делаете, они все-таки должны быть для вас хотя бы внутренне обоснованы. То есть вот на эти наши вопросы вы должны с легкостью отвечать, по идее. Потому что это так, потому что так, так и так. Вот, вот оно здесь в тексте. Вот. А вы пока не отвечаете с легкостью на наши вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо. Я предоставляю слово Марине Олеговне Кулаковой, которая, наверное, я предполагаю, хочет рассказать чуть-чуть о деятельности своего. Да. Ага, вот, пожалуйста. Господа, мы уже начали. Юношеские чтения по Достоевскому, вообще чтение по Достоевскому «Старой Руси» — это совершенно удивительное, уникальное, обучающее пространство. Здесь, углубляясь и проговаривая текст Достоевского, во многих его вещественных и предметных деталях мира и текста, языка, произведения, книг. Замечательные люди, одаренные языковым слухом и даром слова, прикасаются или приближаются к ощущению сокровенного. Сокровенного, это значит сокрытого, невидимого глазами, но очень важного, того, что увидеть нельзя, но услышать можно. Вот такого очень много в произведениях Достоевского, чего нельзя увидеть, но можно услышать. В Нижнем Новгороде на Нижегородской земле есть такое озеро, небольшое озеро Светлояр. И с ним связана легенда о сокровенном граде Китеже. Граде сокрытом внутри озера. Увидеть град Китеж нельзя, а услышать можно. И, как гласит легенда, люди чистые сердцем, приближаясь к нему, слышит колокола сокровенного града Китеж. Два года назад мне в голову пришла такая фраза, такая формула и формулировка. Светлояр русской словесности. И с того момента наши занятия с ребятами, с молодежью, которые пишут и читают, сочиняют и погружаются в тексты классические и современные, проходят в русле вот этого необычного маршрута. Мы ходим по России, мы ездим, это действительно движение, объединение и движение. Вот. И на этом маршруте мы очень много для себя открываем. Нижний Новгород и Великий Новгород исторически связаны, генетически связаны. И теперь связаны вот этими погружениями. Светлояр – озеро небольшое, маленькое, но очень-очень глубокое. Оно глубже, чем некоторые моря. И у него есть такие качества. Глубина, чистота, там очень чистая вода. И, как мне кажется, тайна. Ну вот под словом «тайна» я понимаю как раз вот прежде всего сокровенный град Китеж. В него погружен. Именно такими качествами, как мне кажется, обладает прежде всего классическая литература русская и любое настоящее
произведение поэтическое или литературное. Глубина, чистота, тайна. Мы очень благодарны. Мы приехали маленьким очередным десантом второй раз сюда, в Старую Руссу. И очень благодарны этому обучающему пространству за все, что мы здесь видим и, главное, слышим. Хотим подарить уважаемому ученому совету, учителям и нашим коллегам вот этот журнал, последний свежий номер, который вышел совсем недавно, буквально 2 недели тому назад появился. И хотим надеяться, что наши встречи будут продолжаться. Спасибо вам большое. Спасибо. Ирина Николаевна, да, что нам нужно? Мы будем делать небольшой перерыв. Я думаю, что да. Давайте 5 минут. 5? Ну, 10 минут. 10 минут перерыв, только 10 минут.